Но нет, мы же не спартанцы. Так. Только выбор одежды. Так. Ага. Ой, как громко. О, идеально. Читали. Прическу подобрали, это подобрали. Ну и имя, конечно, будет Рагу. И принять. Аватар готов. А кто создает игру? Так. Так, 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 видео. Так. Так, допустим. Второй. Ага. Принять. Так. Да, надеюсь. Так, аватар. Так, аватар. Угу. Так. Вот ты сейчас увидишь, да? Женщина. О! Лысая женщина! Там шапка еще. Ага, в одежде ты заметишь. Так, в одежде. Ладно. Так, грудь. Так, грудь. Блин, надули меня. Я хочу какой-нибудь... О, какая облегающая штуковина. Так, подожди, тут где-то... О, слушай. Категория штаны. А, штаны? Давай тогда я создам. Что там в штанах? Я не вижу пока что. Так. Запретить клиентам убирать мебель? Подожди, что прикол там в одежде? Я не понимаю. Я пока что не вижу. Там где штаны, там будут колготки очень симпатичные. Колготка симпатичная? Я пока что не вижу. Я вот надеюсь, что нашел, да? Ты про 30-й? А? Штаны! Ой, не выбей себе шлип. Подобрать. Заметил, да? Я тоже был в шоке. А из прикольной ремни. Блин, я оставлю. Не говори, что ты оставишь. Так, принять. Прическа. Ну допустим. Что это за ремень? Я понял. Слушай, может ремень оставить? О, даже так оставим. Обувь. Ну, такое. О! Сейчас мы... сейчас. Такое. Во! Так. Так. Тогда ты создаешь или я? Без разницы, давай я. Ладно. Будет называться таверна Ауи. Подключение. Я тебя жду. Очень похоже. Кардинал такой изменённый. Я подключаюсь. Сейчас Ауи будет в шоке. Очень хорошо. Ты сейчас будешь в шоке. Да ладно, всё-таки ты решил это сделать. Слушай, блин, если бы так себе позволить, тоже мог бы себе позволить. Ну ладно, а ты кто? Торговец? Анна, пойдем. Вау, ты сир. Ой. Yes, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern. My dream has come true.
Уху! Я еще успех на спасать фиолетских осов, участвовать в поединке, решать судьбу мира, а ты мечтаешь подавать пасную кашу для Эльприс. Так? Чего? Почему же пасной? Я влекла не только знаю. Значение мое делать из грустных и голодных граждан веселых. Тоже дело голода, народ этих местах и выпить, и кусить любит. И веселье толк знает. Прикол. Я так говорю, стой, уже было торгаться хотел. Местечко побоище найти, да, пожалуй, задержусь. Вижу, есть тебе потенциал. А где потенциал, там и торговля. В общем, если что понадобится, ко мне заглядывай. Купить что продать, да и новостями какими-нибудь поделить с тобой. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid, I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it, it's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it. And супостата на тот свет отправишь. А ты умеешь убеждать. Ах, да. Это понятно. А, ячмень, мед, хмель, домашняя свинья. Топор. Мушкет, а зачем тут оружие? Это меня уже начинает пугать. Я думал, мы будем мирно тут. Так. Вау, а как тут темно, не вижу. А щетка тут есть? Вау! Как в регионале. Чего? Я ничего не... Я ни черта не вижу, а ты? Восьмой левел надо? Да. Так, свеча. А что мне делать? А! Чего? А! Да-да! Я слушаю! Что вам? Позвать администратора? Я сейчас позову администратора. Администратор, где ты? Администратор! Нету. Ты как слетал этот котенок. Солома. Чего? Нажмите тап. И что тап? Рецепты. Квесты. Купите топор. Сломайте доски, чтобы попасть в таверну. Это будет свет. Купите топор. Статус. Подожди. Это вот... О, нашел выход. Только с черного хода. Ух. Свобода. А, чего? Эта игра даже красивее, чем оригинал. Мусор? Мне кажется. Чё? Упор я отличить. И чё? Статус? Рецепты. Инвентарь. Там, где кассовый аппарат, там можно покупать. Кассовый аппарат? Чего? Замедлиться, торговцу. А-а-а! Там был топор. Блин. Как бы и сказал бы, ой. Щетка, сколько щетка стоит? Здравствуйте. Нет, я хочу купить, да, я хочу купить у него... О, свинью могу купить. Мебель. Заказа. Мебель. Расходники. Топор за 200? Ладно. О! Самодовский, да будет свет. Серьезно? Сломай клан. Придется в темноте поработать. О! О! Я со светом решил проблему. О! Все, чистим таверну. Так, Ага. Так, это что у нас? Чего? Слот для... Блюда? Это Inventory player? Сал... Я не думал, что такая игра будет веселая. Так, купите метлу. Я побежал за метлой, короче. Эть. А, уже можно. Ура, ура. Так, расходняк. Расходняк, метла. Метла. О! Потому что я не буду пустить. Так. Клиент меньше оставлять деньги. Кстати. Я не буду уходить, я не помню.
Кстати, надо, наверное... Подожди, это если я покупаю, у тебя тоже покупается или ты купил отдельно? А, они заканчиваются. У них есть это, срок прочности. Я понял. У них прочность есть, блин. То есть, блин, я думал сэкономить. Знаешь как, типа, ты покупаешь, там... Я передаю, типа. Типа, не, и ты, типа, убираешь то, что нужно, а я что-то другое покупаю. И я только этим, типа, чтобы экономия была бы. Знаешь, типа... А я так понимаю, смысла нету, потому что... Я понял. Тем более, было бы как специальное место, где инструменты хранить, да? И подошел и взял, типа, тогда... Да. Так. Так, 8,90... Чего? А! Нашел. Нашел, да? Да, я нашел, но еще топор надо. Сейчас. Во! Я получил. А, потолок тоже. Ага. Это игра тогда круг. Здесь потолки надо чистить. Так, смотрим потолок. А это я могу ломать? Вот. Нет? Почему? Бля. Ты чё? Контакт отключился. Вернись. Ага. Вылет был, да, мне уже не первый раз, кстати, вылетает. А, я тебя тоже не могу долбануть. Да-ка. Ну и слава богу, лучше. Слава Аллаху! Да. Так. Что мы почистим? А, купить мойку, купить плиту, купить бродильный, это типа где алкоголь бродильный? Да, пить, купи, что варю, погнали покупать, сейчас. О, как-то из черного хода вышел. Купить подставку, почку для носить. Сейчас, расходники, нет, мебель. В мебели? А, все, я нашел. Я покупаю, да, Рауль? Да, я куплю, а ты сэкономь. Потому что я не думаю, что надо видеть. Ага, продать. Сюда расходники. Ага, молоток. И куда все ставить? Ага. А, где угодно могу ставить? Хмель. Это что-то поставь. Ага. Ой. Какой звук прикольный. Ладно, пускай будет здесь. Потом все что переставим. Слушай, а я могу переназвать его, не? Бочка. Так. Чего? А пускай бочка будет стоять. Обычно же разбивают рядом, правильно? Ага. А это что? Варильная пускай будет здесь. А это куда поставить? Подставку, я не понимаю. Подставка для бочки. Ой. Не, надо куда-то сюда, здесь будешь разливать. Ну ладно, ставь сюда. Не, понимаешь, тут вход. Ага. Понимаешь, тут, вот видишь, тут двери есть. Готовить. И че? Блин. Блин. А как крутить, аж? Ротация. Блин, я бы сюда поставил бы. Или вот, блин, я даже вот сюда вот поставил бы. Купить, опять покупать. Купить пить ведро, пить кружку. Фу. Кстати, у тебя есть там подставка какая-то? Да, я только что поставил. Пожалуйста, а где? Что это? Сейчас покажу. Она находится... Вот, я поставил. Да-да, слушай, что... А где? Где что? Теперь для напитков. Готовить. Чего готовить? Бочка Элли. Бочка Элли. Ячменное сусло. Ведро воды. Ведро воды. Есть это. Ведро воды. Подожди, не говори, что надо опять крутить вот так вот, не? Тут не надо. Ты оригинал играл? Пожалуйста, а как он набирается-то? А ведро надо купить. Блин, я кручу! Я умный! Блин, я умный!
Я гений! Надо без бедра. Да. Так, а что там? Ячмень купить, ячмень купить. Ячмень. Кружка. Ага, зло. Тарелка. Это. Мебель. Там мебель навалить. Так. Так. Там еще столы, да? Продать. Не, расходники. Продукты. Мебель. Плита это. Ёб твою. Снова ты. Так, дальше. Сделай бочку с элем. Да. О, иди хороший. А, и ведро приготовить. Все, типа первый эль делает. Не пиво, а именно эль. Эля-эля. Чёркивают. Эль. Да-да. Так, да-да. Да-да-да. Так, дальше, сделай бочку с элем. Администратора мне сюда позовите! Да-да, чего вам? Ваш это самое, суп говно! Огоски! О! О, я правильно, 10 кружек у нас есть, пиво. Эля. А, это мы как-то убрать. Всё? Не разлив, это значит сюда подвинем. Потому что это готово. О, я налил. Дальше... О, а как ты сделал? Блин, мне надо кружкой купить. Ой, я пьяный. С вами можно быть осторожен. Это неприятно. Что мне нужно? Мне нужна подожди, что мне мебель? Да, стол. Купить стол. Что? Продать? Нет, мне нужна... Сейчас. Найду кружку. Три кружки купил. Закрыто. Так, значит, куда поставим? Я не знаю, куда поставить. Ладно, кружки надо помыть. Налить воды. Ага. А надо еще тут нуды. А ну-ка, я могу сюда поставить? Я могу поставить. Вот это будет прикол. Ладно. Давай поставим... Как можно... А ты что, купим? Да-да. У меня 150 осталось. Да-да, я знаю. Вот, все, я поставил. Да. Первый клиент. Почему? Я не могу поставить. А, ты уже купил стол, правильно? Да, я... Расходники, топор, ведро, тарелка, даже... Рабочка, мета, продукты и... Пока мебель не вижу, скорее всего, ты уже купил. Да я купил и уже. Во, я поставил. А, мы открыты, если что? Да я открыл. Чего? А где ты стол положил? А, вижу. О, какой красивый стол. Чего убрать? Чего? Приготовить ячменную кашу. Ну да, ячмень, кашка. Я забыл, где он. Так, ну да, ведро воды, ячмень. Че, ага. О, у нас клиент первый. Так, что ему надо? Эль. Кружка Эля. Легко. Так, налил. А, кружка Эля. А как дать ей? Начинается проблема, клиентуется. Так, чё там? Ну это фигня. Ну это фигня, сейчас мы... как там? Так, я... Я не могу так, найти. Ой. Всё, я подал. Легко. Чё? Бабло! Ничего себе быть. А где бабло? А заплатили? Все есть, заплатили. Кружка Эля. Сейчас. Так.
Так, мне надо помыть. Помыть. Это здесь моется, да? Это что, грязная кружка? А? Интересно, да, помыть так? Неплохо, ладно. Ты чё? Подобрать. Пожалуйста, ты кто? Кружка Элли, ещё надо. Так, Эль. Элля. Ой, нахлебалась она уже, всё, бухая. У нас проблема, Рауль, там бухая баба у нас. Элис заберу любого. Прошу, а я ее не могу ее. Кашу сделать. Так. Приготовить. Чё? Эль нужно. Эль. Пожди, что я не налил? Пожди. Кружка. А как мне тебе кушать? Да ёб твою! Я вылечил. Так. Чё? Так, я подаю бухло, короче, всем. Так, бухло я подал. Нет свободных мест. Обиделся клиент. Что получится? Сейчас. Так, золото заплатили, это хорошо. Теперь я могу тарелку купить. Хорошо, сейчас. Минутку. Так. Так. А, все расходуется. Ну, точнее, прочность. Где это? А, кружка идет за 22. А ячменная каша за 30. Вот так. Ты куда идешь? Так, пожалуйста, а почему не... грязную кружку можно взять, хорошо. Да, грязную кружку можно взять и помыть. Ага, моем. Сейчас. Губкой такой фиолетовый. Это мячик даже похоже. Так, и налить Эля. Эль кончился. Ага. Ага, держи. Подожди. Можно загрузить грязную посуду. Сейчас. Вот это? Так, где новый Эль готов. Так, настройки. Не можно бочку еще купить. Бочку купить. Подожди, зачем купить? Вот же пустая бочка. Подожди, мне надо так, автоматически. Так, кружку помыть. А сколько мы кружек купили? Пожалуй, насчет кружек. У меня есть там несколько кружек, наверное. У меня одна кружка есть. Ага. Вот еще грязная. Так, что ты хочешь? Да, держи. Мне надо помыть. Сейчас одну грязную положу. Вот сюда. Я могу налить одному. Вот, все, я одному налил. Сейчас.
А я налево поставил, сейчас я буду разбираться с экраном, у меня что-то не захватывается. Экран. Да, 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 давай. Так. Всё, я понял, как это будет, чуть играть. Да? Ну, нужно купить тарелок, посуду надо купить. Ага, сейчас. Там, и каждому сможем разделить обязанности. Настройки, настройки, а? Один повар должен быть, один официант будет. И чтобы скучно не было, будем меняться там какое-то определенное время. Или же делаем все... А куда мусор, кстати, кидать? Огрызок. Подожди, у меня... Так, у меня... Так, вот так. А почему он не захватывается? Так, у меня тут эти самые... Полный экран. Ладно, тарелки куплю и кружки еще куплю. Все. Так. Кружка Элля. Буду наливать тут. Если что, у меня все тут. Так, еще кашку. Чтобы ты мог разносить. Да, окей. Сейчас. Я буду готовить. А ты будешь... А голдок! Ой! Да потом подменяться будем. Да ё-моё! Подожди. Мне нужны деньги. Попробую, смотрите, ещё. Понял. Странно. Слушай, очень странная вещь. Давай, я обслужу. Давай, да. А что там деньги нужны? Давай, обслуживай, я пока что не понимаю кое-что. Окей, давай. Продать. А, прикинь, огрызок могу продать. Огрызок яблок. Нормально. Хорошо. А, ячмень надо купить. А почему ячмень так долго стоит? 100 золотых? Ничего себе. Кризис. Чего? Ага. Ракушки помыли, и главное, не хватило денег. Так. Так, выставляем. И с другой стороны выставляем. Так, у меня что-то... Пушка Эля, хорошо. О. Эль. Странно. Угу. 78 пока маловато. Здесь можно грязную посуду сразу поставить рядышком. О! И мыть. А можно сразу мыть. Ага. Так, мне просто интересно, оно... Вот ты, допустим, так. Ты приносишь кружку грязную, ты не моешь, я помою. Так мы время сэкономим. О! Неужели? Кстати, надо... Ой. Извините. Сейчас я... где это было? Вот оно. Я сюда вот поставлю пока что себя. Вот. Ага, погнали. Погнали. А мне чьи? Прогони пьяного посетителя. А как прогнать его? Где пьяный? Пожалуйста, как его... Да ёб твою. Так, грязная посуда.
Ё-моё, меня выкидывают постоянно. Выкидывают? Мы можем поменяться, тогда ты создашь игру. Меня серьезно, меня... как выгонять его? Топором не побьешь. Да ёп, это у меня выкинуло опять. Рауль. Миша, тогда ты создашь игру. Давай, хорошо. Хорошо, давай тогда я поменяю. Сейчас. И жду тебя. Меня аватар не надо менять, а отлично. Начнем заново. Блин, так интересно довольно. Так жалко, что придется выслушать опять этого торговца. Короче, я не знаю. О! Пускай будет. Все. Новая. Ладно, допустим. Я присоединился. Слушай, я пришел. Let me assume you are the new owner of the tavern we're standing in front of. Wow, you are a seer. Yes, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern. My dream has come true. Почему-то не вижу. Some dream of becoming knights and shining armor, saving royal figures, engaging in duels and determining the fate of the world. Пригласи меня через Steam эту игру. Ой. Well, why oatmeal? I have a knack for culinary arts. My purpose is to turn sad and hungry citizens into happy and well-fed ones. Well, it's a noble cause. The people around here love to eat and drink, and they know how to have fun. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me. Stop. Buy to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps. Я его не пригласил, отправил. Don't be afraid, I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories. But getting an axe is a good idea. You'll use it to get the line at the tavern and to send any troublemaker packing. You have a way with words. Interested in making a deal? Interested in making a deal? Купить топор. Так. Топор. Ну, погнали. Так, тебе надо свечку зажечь. Давай. Не работает, значит, сначала почистить. Работает. А ты где? О, ты отключился. Да. У меня то же самое, кстати, было. Так. Секундочку. Так. Ты уже второй раз. Может быть, во что-то другое поиграем, Рауль?
подожди, смотрю. Сейчас пока это попробуем еще поиграть. Потому что то же самое. Потому что то же самое у тебя и у меня, это самое. Ядрит короче, какой-то опасный. Я попробую вот так вот сделать. Вот так вот. На низкие настройки графики. Знаю, что это вредно, попробуем. Ой. Так, что нам дальше? Уберите паутину. А, тебе еще кто-нибудь. Липин клипинс. Клюкупили. Так. Я просто уменьшил графику. Ну, это дело не в этом, наверное. Да, но пока не вылетает. Но это ненадолго, кстати. Ты пробовал? Я не знаю. Понимаешь, когда я играл, было... Всё, перестало вроде перестало вылетать. Единственное, что всё на низком графике стало красочнее. Ну... так. Пожалуйста, где я? А! Так, что дальше? Так, а, ой. Давай тогда ты... А что надо ломать? Надо купить молку, питу, купить бродильню, купи варильню. А, ну тогда я иду, да, покупать, окей. Да, давай. Ой. Рауль туда-сюда бегает вокруг! Отождаешь только до... Раз, два, три, четыре... 5 купил, все 5 штук я купил. Подставка для бочки. А! Это подставка для бочки, это. Оно на. Чего? Посудомойка. Подставка для бочки это что? Я понял. Я думаю, подставка для бочки. Я видел, ты вылетел опять. А, да, я сейчас еще уменьшил. Но это дело не в этом. Я тоже думаю, но попробовать стоит. Так, бочка. Чего? Топор. Вот. Так, ну я поставил. Потому что это не факт, что мы с тобой это самое. Что, купи бочку, купи ведро, купи кружку. О, вот это, кстати, можно теперь передвинуть. Ячмень я куплю сразу же. Кружка. Это молоток. Ладно. Ячмень, я же кину, только воду надо. Бочка. Надо бочку. Ага. Бочка. И наполни, бочку, наполни ведро водой. Ой, наполни ведро водой. Бочку водой, сейчас. Так. Ведро. Я куплю там пока что 4 кружки. Во, я наполнил. 1, 2, 3. Готовить, убрать. Чего? Готовить. Икс. Чё? Ячмень, вот это вот, вода. Вода. Вот она, вода. А, тут надо перетягивать. Я понял. Так, я поставил. Каша варится. Так, это что тут изготавливается? Ещё ведро. Вода. Значит, ведро. Готовить. Так, это что это у нас? Бочка? А это что за бочка-то? А, это бочка, наверное, с этим самым. Взять. А? Почему? А! Ой, тьфу ты. Сейчас я наполним. Так, у меня что? А, у меня ничего нету.
Так у меня бочка есть с этим? Да, бочка вот с этим есть. А он готовится. Так, мне нужно что? Мне нужно... Стоп, у тебя... Подожди, у тебя тарелки есть уже? Да, есть. О, я пошел. Наполню. Пошел. Кружка у тебя есть? Да, есть. У меня одна кружка есть. Ага. Во. Чего? Ведро с водой? Зачем? Надо бочку налить. Ага. Нифига себе. Угу. Все. Почему мы открываемся или нет? Да, конечно. Столик надо, думаю. О! Здесь грязно. Подожди. Что? Найдите кружку Элли. Как бы играем. То, что я вылетаю, это не меняет игры. Главное, у тебя же запись, так что ты главнее. Главнее. Ой! Мне это... Как бы это не сильно мешает. Ну, понимаешь, мне мешало, кстати. Потому у что... Тебя, да, а мне так... Тебе надо записывать. А я тут раз быстро присоединяюсь и возвращаюсь. А, ладно, так, я налил. Стол купите. Я пошел стол покупать, окей. Давай, купи столик. Ага. А я пока кучу налью. Давай, сейчас я найду. А. Ну, мебель, стол. Вот. Так, стол. Ага. Мы можем сюда поставить стол. Слушай, мы можем сюда стол надеюсь поставить. Нормально будет. Я обратно графику высокую поставлю. Чтобы побыстрее было. Слушай, я могу сюда стол поставить, и будет красиво, кстати. Ну ладно, только это неудобно. Да, потому что здесь будем служить. Понимаешь, вот так вот, если сюда стол поставить, такой, я VIP-зона, типа. Нет, не VIP-зона, а для бомжей, короче. Для бомжей сюда поставить стол и... А ведь, типа, VIP-зона куда-нибудь сюда вот поставить. Что? Подожди, я ведь могу сюда поставить, да? Ага, я сюда могу я поставить. Думал, да. А! Блин. Слушай, я не знаю... Много блюд. Слушай, подскажи, куда мне стол поставить? Я дурак, я не понимаю, куда стол можно поставить? Понимаешь, я... Вот сюда. А на камень ты можешь положить? Могу сюда поставить, да. Вот сюда, где-то поближе чуть-чуть. Вы будете по чуть-чуть так уже отсюда тапаться. А, ну ладно, короче, ладно, пускай один стоит здесь. Вот, да. Не, но после... Ну да, если что, потом передвинем. Не, просто я... Так, опа. Подожди, у нас... меню добавьте в меню ячменную кашу. Чего? Может добавили. Ладно, открываемся тогда. Где у нас тут открыть? Закрыто. Открываем. Слушай, а мы ночью. Мы ночью работаем с тобой. У нас суточно, 24 на 7. Угу. Без перерывок. Что такое отпуск? Я не знаю. Ну да. Первого так. Что за глупости такие, да? Ну да. Так я воду себе налил. Так это что такое? Молоток. У меня одна. А зачем на молоток? А почему ты без одного глаза? Что случилось? Ячмень. Каша у меня по сути закончилась. А сколько стоит? Стоп. Ячмень? 100 да? Золотых. Квесты. А почему у меня 100 здоровья есть? Пытаться. А, точно, жетрели нападать будут. Ну... Да, молоток. Используется для ремонта сломанного устройства. Чего? Мотыга есть. Используется для обработки почвы, лейка, арбалет, меч, семена морковки. Озеро, болото, лес, поле. Как?
Нифига себе. Не, на болото я точно не пойду. Ладно, да. Кружка Эля. Так вам вилкой в глаз или в жопу раз? А, кружка Эля. Так, значит. Так. Где-то я сюда ложил. Все, подали. Куда? И деньги, наверное, только ты будешь получать. Подожди, подожди, у меня 75 пока что. У меня тоже 75, или это у нас общее? Наверное, общее. А, у нас общее, общее, да. 100 у меня. А, ты... это тогда, это у нас общее. Ну, тогда у нас общак. Общага. В натуре! Ладно, как... Ладно, тогда как делаем? Я повар, ты официант, потом меняемся? Я этот самый... Смотри, грязную посуду вот здесь нажимаешь долго я, и тебе не надо мыть, я буду мыть. Тебе просто надо наносить, я буду мыть. А я буду тогда за повара. За посудомойку. Повар! А ты будешь... Да, хорошо. Повар спрашивает повара. Какая твоя профессия, повар? Моя профессия повар. Блин. Он... Помните времена, помню. Готовить. Потом надо сюда. Каша. Так, каша. Погнали. Кстати, я уже давно не вылетаю. Но... Так. Это знаешь почему? Когда смирение приходит, приходит и удача. Ты ёпас, это сколько вас много! Пиво-каша. И посуда... Я так, пиво, каша, тарелка. Слушай, я могу помыть ведро, кружка, грязная тарелка. Загрузить грязную посуду. У меня время есть, мне пока готовят. Не, понимаешь, у меня тоже время есть. Чего? А, кружка. Кружка. Ты мне очень налей. А, налей. Я сам налью. Блин. Да, у меня тебе посуды нет. А, налить. Сейчас. Если нет посуды. Сейчас. Так, посуды. Посуды у него нету. Сейчас я тебе быстро посуду оформлю. Так, я тебе быстро посуду оформлю. Так. Егор, лучше. Ну да, пока вообще у нас пока первый уровень. Так, А, вот кинь, я сейчас помою. Так, пиво. Так, пивасик. О, кстати, куда я иду? Опа. Так, налил. Так. Чего, закройте таверню? Закройте таверню написано. Чё-то тарелка. Грязная тарелка. Вот суп еще есть. Так, бочек. А, мне надо наполнить. Так. Надо сейчас куплю. Так, так ты чё хочешь? А, наливаю. Чуть-чуть посуды не хватает. Так. Так, закрыть, сейчас я закроюсь. Все, мы не работаем, до свидания. А где посуду купить? Все, я... прогоните пьяного. А как прогнать его? Чем бить его? Молотком его? Топором? Щеткой? А, щетка его! Серьезно? На, по заднице, сучка! На! Напилась тут, бухая! Вали отсюда! Для кушни, полка для тарелок. Продайте 10 блюд. Короче, я открываюсь, Рауль, да? Или нет? Да. Ага. Музыкальный автомат есть. Вот это самое интересное. Но сначала мне надо понять, где у нас тарелки. А, вот, какой я слепой. Раз, два. Думаю, этого хватит. Так. Потом надо полку купить. Так, сюда положу L. Блин. Дай ё-моё. Как тебе поймать? Да ё-моё, как ты быстро двигаешься. Да! Еще кружки. Ёпра, как он быстро бегает, я не успеваю даже. Да никуда.
Мне надо суп приготовить. Как же без супа? А, отлично, я сижу. Шикарный я. Так, ок, сейчас я займусь делом. Пока помой. Я пока один суп приготовлю. Ну вот именно я. Так. Так. Опа! Так. Оп, клиента я служу. А я псу. Так, ага. Слушай. Ячмень, каша. Есть тут. А так, ведро. А, да вот сюда. Так. А тебе что надо? Пиво. Ой, эй. Там ты пиво. Держите. Жалко, что деньги не оставляют, как в оригинале. Ага. Типа ты берешь деньги, заработал, понимаешь, как бы, а не просто как на кредитную карточку. У нас в средневековье мы хочем, а не кредит-карт. Какая кредит-карта? Да, у нас тут это самое. У нас тут и мастер-карт, и это VR, и все остальное у нас тут. Да, еще Wi-Fi, да, средневековый. Конечно! И Wi-Fi тоже есть. Ого, сейчас все. А, я понял, почему надо полку покупать для кружек и тарелок. Чтобы ты после ты помыл, но. А я хочу наполнить. А блин, посуды нету, чтобы ты мог здесь развесить. Надо купить обязательно. Пошел отсюда нахер. Ура, мы с тобой до уровня заработали. Во! Во! Слушай, я не только простой это самый официант, я еще это самый, как его, секьюрити тут. Секьюрити охранник. Нет, а средневековый рыцарь. О, поел. Секьюрити потом придумают. У нас это самое. Так, что-то у нас. Пушка Эллен. Отлично. Так. Я посуду помою. И надо суп обеспечить. Так, суп. Видишь, как у нас сработали с тобой. Ну, работаем пока что. Америка, да. Европа. Когда купим еще столик, тогда вот тогда веселее будет. Ага. Будет больше. Так, 203, пойду посмотрю. Что у нас по ячмену? Я! What the fuck? Каша. А бочки Эля можно сразу купить. Но он стоит 220. Выгодный самим. Ага. Так, поставка для бочки, бродильня. А, полка для кружек и полка для тарелок. 200 золотых стоит. Опа. Так никого нету. Что нам надо? Нам надо... Так, ты чё? На будущее заготовить. Ага. Так, сейчас нальём ему. Ага. Я начал готовить. Будущее. А, да, ты готовь, я это самое тут... Да, я лучше одну минуту готовкой. Так, 8 из 10 бьют у нас есть. Опа, баба идет, тихо. Так, наполнить ведро. Так, ага. Каша. А, Рауль, у меня проблема. Мне надо кашу. Веном, кто это? А где у нас тарелка? Вот, сейчас помою. Давай наполню. Ты можешь, да? Да я помыл уже. Суп возьму. Я посуду помыл, мне нужна каша. Я посуда. Какая грязная посуда? Мне кашу нужно. Видишь, какая проблема? Надо полочку купить обязательно. Чтобы, допустим, ты помыл посуду, решил помочь. Чтобы ты мог сразу повесить тарелки. Вот, отлично. Паша, каша у нас готовится или как? Ага, каша у нас. Есть.
Я выставляю сюда. Понимаешь, у меня проблема в том, что кашу мне нужна. Так, выпивка ему нужна. Сейчас я... Все, пошел покупать палки, это уже... Так. Это Раулю поставим сразу же. Так, а чем я могу заняться, пока Рауль нифига не делает? Ой, то есть Рауль... Чего? Да кто это звонит? А, подожди, Эль. Так, так. Ты тут нас видел, вот по полочке для тарелок куплю. Так, мне надо налить. Интересно. А, вот как устанавливается. Так, так. Так. На кружке налить пиво. Ой, Эль. Заполнить. Почему у нас? Чего? Это для тарелок. А, тьфу ты. О, мой клиент пришел. А ну пошел отсюда, я секьюрити тут. Пошел вон, я секьюрити. Александр Родионович Бржудач. Работаю охранником. Ячменная каша. А, 5 штук как раз. Что там? Каша нужна. Так, каша, каша, каша. Так, каша, каша, каша. Оп. Каша, погнали. Каша. Чё, грязная кашка? Вот кашка. Не, я уже поставил. Да-да-да, я поставил. Так, ты кто? Так, ты кто? Ага, выпивка. Сейчас, нальём ему. Так, налили. Кружки есть. Так, так, кружки. Пожалуйста, там нету этого самого? Надо накопить денег. Я тарелок купил. Не, я не для тарелок, я для кружек именно. Для кружек накопить. Так, это я сам возьму. Фу. И помою. Ага. Заполнили. Так, поставь. Да ё-моё. Удерживать надо. Ух ты, ядрит, кажется, сколько много народа. Так. Сейчас. Как это делается? Вот так вот, да? Так. Ну-ка, я тут приготовил. Ты кто? Так. Каша. Вот, все, я подал. Фу! Так, у нас тарелок не хватает. Пошел тарелки покупать. Сейчас я ухо почешу. Так. Так. Думаю, три штуки хватит. Ага. Так, я помыл. Наливаю. Так, так. Блин, мне мало места для этого самого. У нас есть еще здесь. Где? О, блин, тогда я знаю, что буду делать? Блин, жалко, что оно так далеко. Блин. А если сюда передвинуть выпивку? Бухлишко, знаешь, сюда а поставить? Не, я не вот про это. Поставить это блюдо. А, давай. Типа, типа, знаешь, типа, тут у нас каша, там это. Наоборот, здесь эль, там будет каша, потому что там бочка рядом. Блин, ну да, можно или так, наоборот. Короче, у меня сейчас немножко... Давай наоборот. Так, выпью. Сейчас. Ну да, можно... Да, потому что тут бочка, все правильно. Так, они там... Так, пьют, выпивают, так, да? Мне вода нужна. Блядь, кружка, блин. Вода нужна. Срочно вода нужна. Так, я воду. Так. Так, вода. Кружка мыть. Ага. Пенная каша будет. Сейчас, я уже не успеваю. Да, спасибо, кстати, Рауль. Я помогу. Не, понимаешь, вот если у тебя есть время, как бы...
Конечно. Я в том, что если время а, есть, я так, минутку, это что? Тарелка, тарелка. Ага. Почему? Вау! Быстро прокачались. Бля, а! Это... во! А? Ячмень, это... Вот это... Чё, вода? Я тебе займусь. Вода? Готовкой, обслужь. Блин. Нам надо Эль и... Что у нас важнее сейчас? Эль и каша? Да, что сейчас важнее? Блин, я сейчас... в чем смысл? То и то можно. Но каша быстрее готовится. Я кашу поставил, если что. Так, бочка Эля. Вода плюс это самое. Так, вода. Вода, ячмень, сусло. Чё не... Ячмень, ведро... да. Едель колотить. Сейчас всё едет. Раз, раз. Каша, две каши. Значит, две каши, так. Да, ёптую. Две каши. Блин, каша надо сейчас. Да, у меня каша, да, каша нужна. Угу. Вот здесь оставляю. Квесты. Поговори с торговцем. Может быть, закроемся, Рауль, на время? Пойдем поговорим с торговцем? Давай. Так, что тебе надо? Каша. 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 Еды, кстати, как пошло все. Вот щит не понял. Сейчас начнем заказывать, это вот беда. Я думаю, никто не будет что не заказывать, потому что мы закрываемся. Мы закрыты. Так, выставляем тарелки. Отлично. Ага. Ну, пошли торговцы. Поздно. Обратно открываемся? Не. Чего? Найдите худого странного парня. Да вон стоит, худой стоп. Ебо! Я пошутил, а он, это серьезно. Напали? Рауль, иди сюда. Рауль, давай иди сюда. А где ты? Рауль, найди тут худого, странного парня. Hello, Scary. Ты очень красиво пугала. Для этого наверняка ты прямо украшение. Что за свалка мусора вокруг? Когда-то это был чудесный город. Здесь росло целое поле волшебной травы. Это было веселое время. Здесь, короче, фермерством надо заниматься. Помнишь кукурузную кашу у нас появилась в рецепте? Надо вырастить самим кукурузу. К сожалению, эту траву выращивать запретили. Я про огород. Здесь выращивать фрукты и овощи. Можно, правда, тебе придется как следует поработать и убрать весь этот хлам. Пожалуй, с этого и начнем. Ну, удачи. Очистить мусор. Вот я вижу, там уже эти посадки квадратные. Угу. Из таверны ферму? Серьезно, у нас что тут, ферма? Вернитесь по углу. Не обязательно об этом каждый раз напоминать. Работа выполнена. Да, теперь это место похоже на огород.
It's time to plant something. Самое время что-нибудь посадить. Ты не знаешь, где бы достать семя? Это же незаконно, хотя я знаю пару ребят, которые семена в этой волшебной траве. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Надо достать какие-нибудь семена. А я знаю где. Что жаль, не подалеку растет дикая кукуруза, надо собрать ее семена. Thanks, I'll go look for it. You're welcome. Не за что. Семена дикой кукурузы найти. А где? А, оказывается, там. Окей, идем. Я думаю, его можно купить. А нет, показывает, что там. Идем. Да, идем. О, Рауль, Рауль! Это кто? Мочи гада! Мочи пи... Это таверна или World of Warcraft уже начинает? Опа, я... Кабанятина? А, серьезно? Чего? А, найдите семена. А где искать-то семена эти дурацкие? Это мне где? Кажется, легче купить. А! Ебануто! Зомби? Мочи! Мочи со... Молодец. Забрать добычу. Забрать добычу? На нафтопале. Это что за World of Warcraft? Прикольно. И деньги даже получили. А, чего? Вопрос, Семена кукурузы, нашел. Вернитесь пугало, я купил тупо. Где пугало? А, с какой стороны было? А, за домом. Да, да, да. И... Простите, что деньги потратил, но так мы в темноте ничего не найдем. Да, да. Потратил, потрахи. Те самое, те самое. Ух ты, я не надеялся. Сажай их скорее. Can you tell me? Maybe there is some kind of technology. Вспакиваешь землю тяпкой, скажем, поливаешь лейкой, одобрение по вкусу, нужно много тепла и света, а этим проблем здесь нет. Это мотыгу надо купить, я видел, дорого. И лейку тоже. Это знаешь, что тебе надо делать? Это тебе надо открыть таверну, заработать денег, и тогда посадить, все купить необходимо. Погнали. Так что открываемся. Ага. У меня как-то суп готов, эль приготовливает. Готовить. У меня эль готовит посуда. Так, а я как я могу? Рецепты, квесты, статусы. Ага. Обслуживание 5%. Забрать 99%. Угу. А мы открылись? Открыто, все хорошо. Паспорт готов, могу. Немножко налей, подготовь. А, мы не можем не буду ставить. Нет, не надо поставить. Уёбну! Мати педа плохих людей! Мати гандонов! Мати гандонов! У меня... А, так этого не мочим, это покупатель. О, блин. Так, чё? Так, Элли надо. Пушки. А, уже закончилось. Хорошо, что мне сейчас сварится, готово. Хорошо, что у меня топор есть. У меня тоже. Они по... Это самое, зашли не в тот... Они, как говорится, они зашли не в ту дверь.
Это точно. Они точно, они в ту дверь зашли. Правда, тут у нас не голая вечеринка, ну ладно. Только что. Голая вечеринка. Так, для каши. Мне надо пустить тарелочку. О! Работенка появилась. Так, 55 хп у меня. Подожди, а я могу кушать? Кстати, можем. Надо как-то здоровье восстанавливать. 75. Так, за водой. Так, где тут вода? А, вот. Кстати, я так плохо вижу. Зовут точно меняются, но здесь не уволят. Это скорее ты меня должен уволить, я в твоем севере. Не, Зауль, я в том, что я не... Я в том, что я кашу твою кушал. А, ничего. Мне тоже надо съесть что-нибудь так, помыть посуду. Так, я в том, что, Рауль, я это, как его, ХП пополнил. Да-да-да, все, не проблема. Супов хватает. У меня это самое, как его называется, это... Эти собаки меня... Он пошел отсюда, гондон. Вали отсюда. Вали отсюда, гондон. Правильно, правильно, нечего. Так, я сейчас пойду продам что-нибудь. Продать. Мясо. Продать. 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 Всё, опять начинали. Мебель. Так, круглый стол. Пустомойка. Это музыкальный автомат. Карта мира. Так, не. Круглый стол. Так, тупчика. Круглый стол. Так, и я сам съем. Как... Да, займим, когда сами кушаем, останавливается хп. Ага. Я пока 30 хп, мне хватит, надеюсь. Так, деньги потратил? 400. А, интересно, или мне показалось? Не показалось! Да, у тебя не показалось, я купил кое-что. А, окей. Не обижайся, но я купил два стола. Вот, то есть не два стола купил, а я купил один стол, двойной стол. А, правильно сделал. Потому что это самое, я больше как его хочу. Этих самых. Да, да, потому что делать нечего говорить. А то ты уже мою работу забираешь. Так, сюда повесим. Что нам еще надо? Суп есть? Эли не хватает. Блин, посуды опять не хватает. Эль, смотрите, это не проблема с посудой. Вот, блин, трубу бы привезти, чем гоняться. Значит, кредитная карточка есть? А обыкновенной канализации нету. Смотри! Даже как-то расплачивают. Ебанулся! Так, эй. Тебе не хватит. Каша, эй. Только там две каша. Каша. Выпивка. Так, две выпивки каша надо. Каша у нас много. Пойду еще куплю посуду. Чего? Две? Нифига себе! А ты, Рауль! А? Ты что там готовишь такое? Это не эль, а это какая-то штуковина, которая не вытекает даже. Из посуды. Она не, даже не вытекает, смотри. Офигеть.
волшебство. Так, бочку. Так, мне надо налить. Так, кружка. А, кстати, у меня уже есть выпивка. Была. Посуду, но не хватает даже все равно. Хватает. Фух, я же начинаю не успевать. Эпическая сила, сколько посуды. Я же мышкой кручу, вечу, кручу, кручу. Кручу, вечу. Запутать хочу, так. Каша. А ты думаешь, я тут это... Ни хрена не делаю, Рауль. Нет, я так не говорю. Я тут это самое, я кручусь, как этот самый. Как белка в колесе. Да, я тут... Так. Я пытаюсь понять, так, суп. Еды колотить, ху! Мне надо опять купить меня. Так, посуда. Так, помыл. Так, посуду я помыл. Ячмень, вот, ячмень. Я сразу куплю, здесь 20 штук купил. Я иду, иду, сейчас буду готовить. Все под контролем. Пожалуй, так, сколько стоит? Мне надо еще. Мотыга. 200 стоит, бачи? Ты можешь купить, потому что я на сквате хочу продать. Ячмень готовим. Ага, каша. Сейчас. Да. Блин, давай. Там... Каша. И вода. Какая вода, каша. Готовит. Сейчас каша будет готова, не переживайте. А, тут у нас же есть каша. Окей. Так, пожалуйста, а у нас есть что? Ага, у меня нету посадить. Рауль, как там? Нет. Там... Нет, там все нормально или... А, окей, короче, я понял, я погнал. О, еды, короче, уже два человека. Так, ага, я понял. Сейчас я быстро берем. Ой. Чего? А. Блин. Кстати, тебе надо на... А, не надо воду поливать или что? Она уже растет. Она уже... Ага. Так, а чё? Кружка. Ага. Кружка налить. Поставить. Всё? Ну да. Тарелка. Чё взять? Сус. Ой. Тьфу ты. Бочка. Так, чё? Чё? Ведро воды? Блин. Готовить. Ё-мо, я недавно в аду наливал! Едет колотить! Епическая сила! Откуда вы все? Каша! Едет колотить, откуда они все? Я не успеваю. Да я... Слушай, я сам не успеваю! Епическая сила! Эпическая, действительно. Это посуда оставляет грязную. Готовить я буду, а ты обслуживай. Абсолютно чисто ты обслуживаешь. Тарелка, едет колотить меня. Так, так, чё там? Кто на сцене, посуда есть? Так, лить воду. Ой! С водой. А мне надо ещё одну бочку, ведро. Так, мне надо лишних дурачков повыгонять отсюда. Пошла нафиг. Так, выставляем. Кашу сюда тебе дополнительно. Во, Рауль! Епическая сила. Так, каша. Пол и посудомойщик. Пол и посудомойщик. Так, выпивка. Бухать. Я два в одном. Ага, я так... Слушай.
О, кстати, надо было Эдгара. Был бы посудомойка он. Слушай, я тут это самое, и официант я, и секьюрити. Опа, суп нет, я за продуктами. У нас деньги быстро копятся зато. Слушай, я... Так я еще посудомойка заодно. Ладно, еще куплю чмень, это что пиво. Ой, эль всегда надо. Ну так пиво. Доска заказов. Ууу. Доставки еды. Пушка эля. Доставить клиенту. Мы еще это. Курьерами можем поработать. Прикинь. Так, каша варится. Набрать воды. Пойду эль готовить. А эль есть. Где газ? Где тарелки? Я тут это самое, ой. Я понял. Так, посуду выставляем. Рауль, там у тебя, опа. Блин, надо проверить, что у меня там творится. У меня там все по... Блин, все в порядке, ага. Конечно, все. Я понял, все в порядке, конечно. Угу. Ждут тебя. Бочка кончилась. Я вовремя приготовлю. Итак, готовится, каша готова. Тарелка. Да ё-моё! О! Жареный панкейк. Гриль. Гриль? Вы еще хотите, чтобы еще жарил? Да ёпарас, это я не успеваю так. Окей. Вареная кукуруза и жареный кабачок. Ой, это нет. Жареная кукуруза. Вареная кукуруза, пожалуй. А кукурузу варить? Где? Да, нам надо еще. Купить надо еще. Потому что надо кашу варить. Сейчас куплю еще. Подожди, там пока, надеюсь, никого нету, я это... пожалуй, можешь еще кукурузу купить или что-нибудь еще? Пожалуй, потому что я... Ага. Такая посудомойка. Вот, два, нет, подожди. Плита одна. А что надо купить? Чтобы варить кукурузу, чтобы не перепутать. Сейчас посмотрю. So what if they put you плита, in jail for 20 years? Плита, I've been да. here over 100 years, and плиту, I'm not complaining. Hmm. You know, I'm a great cook. I can make something for you to lift your spirits. Okay. Boiled corn is very popular nowadays. I'd love to try some. 350. Hmm. It's near to me, but I'll try. I will wait here. Готовы вареную кукурузу. Угу. И как тебе где поставить? Красиво. Так, это пока что сюда поставим. А еще не могу передвинуть. Во! Вот. Погнали. По-моему, только владелец север может передвинуть. Раньше мог, а теперь больше не могу двигать. А, все с водой. Кукуруза. И какого кукуруза? Убрать. На X. Подожди. Можешь вот эту штуку передвинуть вот сюда. Вот как? Это. Варильня. Варильня передвинуть вот сюда. Слева ставить. Справа налево. А потом плиту поставить сюда. Ой. Да ёпаста, уберись ты. Я не тебе, если что. Ладно, пока обслужу. Кукурузная... Вареная кукуруза. Ячменная каша. А ты что хочешь звать? Ядрит колотить, Рауль! У нас тут какая-то... Я тебе помогу, если... А, надо разлить. Так, надо помыть посуду. Посуды не вижу. Три пушки.
Налить, налить, налить. Выставляем, вставляем, вставляем. Чмина сусло? Есть, еще есть. Чего? Надо тарелки. Надо купить тарелки. Ну вода. Я готовить. Так, я готовлю вот это. Про что? Взять. Требуется тарелка. Ты. Да ёпара с этой ровой, у меня проблема. Все, я сейчас дам. Держите, возьмите. Кому еще кукурузки, держите. Кружка Эли. И кружка Эли. Ядрит колотит, Рауль, я, наверное, не зря поставил этот самый столик. Не зря, совершенно не зря. У нас... Нам надо еще посуды. И плиту желательно передвинуть. Подожди, я сейчас... Плиту передвину, сейчас. А, плита. Какую плиту? Вот я эту? Вот эту? Да, я раньше мог. Да, туда, по стенке красивенько. Сейчас. Нам надо еще кукурузные семена купить. Убрать. Так, а ты что хочешь? Во! Ты что желаешь, блин? Вареная кукуруза. Так, кукуруза. Кстати, я поставлю сразу же вариться кукурузу. Ведро с водой. Кукуруза. Чё? Вода. Бля. Вода. Так, значит, вода. Кукуруза. Приготовить. Так, я готовлю. Так. Ага, у меня посуду много. Так, что у нас? Каши. Так. Я не успеваю уже достать. Блин, я... Так, пожалуйста, тут у нас варится, да? Готовить. Да, у нас как... Такая ячменная каша. Вода. Вода. Ячмень. Пошли, ячмень. Так, кукурузу выставляю. Семена надо. Не помню, иначе мы останемся без кукурузы. Тарелка. Недоволен. Это хорошо, что они не требуют мяса кабани. Потому что я это самое не поставил, Эдгар. Ой, Эдгар, извини, Рауль. Прощаю. Так, семена ячменя. Потому что я не поставил. Ладно, кукурузы. Знаешь, почему я не поставил? Вот смотри, если я вот сюда вот поставлю галочку, они будут требовать теперь. А где? О, видишь, теперь он требует, жареный кабанину он требует. Видишь, а если я, вот тут вот, видишь, если я уберу жареный стейк отсюда, он не будет теперь требовать нам. Мы с тобой, то есть мы можем, знаешь, типа мы можем с тобой тупо просто... Я кукурузу поставил, так что можно кукурузу оставить. Кого вырастет. Раз, кукуруза растет. Ждем кукурузу. Что нам еще не хватает? Как тебе выгонит? А как тебе отменить заказ? Вот. Нам надо купить ячмень. Ведро могу еще купить себе? Вот чем вопрос. Типа, могу и ячмень. У меня будет 2 ведра, потому что это невозможно. Чего? Нам нужен еще охотник. Бля. Или мясо можно покупать. Так, ячменная каша, поняли? Готовить.
Точка энергии. Так, дальше. 10. Да. Это соединяем. Это сюда и приготовим. А, так. Чё? Грязная тарелка. Тарелка. Так, наполнить сюда. И помыть. Тарелка. Кукуруза. Ой, тьфу ты. Вот это. Бля. Ладно. Даже с двумя ведрами мне воды не хватает. Да у меня у самого воды не хватает, мне две кубы. Да ёпасы, да все кукурузу хотят. Кукуруза, сейчас скажу, еще не выросла. Половина только. Ага. Так я подал. А, молоток. Надо вода. Механик. Техника. Всё, у кого молоток есть? Да-да, у меня есть молоток. Точини, пожалуйста. Кого? У меня проблема. На кухне проблема. Ты чинишь? Я не знаю. Надо, пока обслужу, пока механик работает. Механик он. Или сантехник. Будешь за всех. Так, ты у нас что хочешь? Ячменная каша и кукуруза, ну ты жируешь, конечно. Так. Что надо, кукуруза. Почерил? Отлично. Ой, что сделал? Грёбная посуда. Чё, кукуруза? Так. У нас каши по каше. Что у нас там проблема? Угу, я понял. Так, ага. Так, сейчас. Подбирать урожай. Подбирать урожай. Так, ага. Собирай кукурузу. О! Пачка пива. Вот теперь пиво. Вот теперь это будет пиво. Пиво пенное! Будет пузо офигенное! Так чего? А почему не могу приготовить кукурузу? Потому что у тебя кукурузы нету. Есть. Кукуруза. Приготовление блюд. Ты притаскивай, она не хочет. А, подожди-ка, если так. А, потому что она уже внутри была. Просто воды не было. Ага. Все это время могли кукурузу приготовить. Да я все кукурузу уже готовлю. У меня даже. Так, посуды, у меня даже еще есть кукуруза тут. Вот. У меня просто полный инвентарь хлама, Рауль. Полезного хлама. А тарелка. Мусор, аккуратно сокровище. Да, я помню так. Кружка. Кружка. Оп, налить. Чего? Кашу. Так, нету бочки. Кружка. Надо бы. Тарелки. Так, сейчас я бочку налью. Ага, кукурузы не хватает теперь, я понял. Я могу, а как мне передавать предметы? У меня кукуруза 29 штук. А, закидываю сюда в печку. Я тебе выкину, по-моему. Спасибо. Можно выкидывать. Замечательно, Рауль. Просто так нажимаешь и выкидываешь. Короче, я варю, если что. Каша. Я пока кашу еще приготовлю.
Бочка пива. Хмель надо теперь. Пока пиво не сядь. С этим проблема. Каша. У нас проблема с кашей простой. А, да, каша. Я уже начал варить. Грязные тарелки. Так, грязные тарелки. Тарелки. Это сложная игра, но... Так, тарелки грязные. Так. Ячмень. Не хватает ячмень. Бухлишка. Так, бухлишка. Бля, начинается. Каша. Блин, у нас каши не хватает. У меня вот проблема. Да я знаю. Или мне молоток выкинь, я сам починю. Потому что клиенты первые очередь. Клиенты первые. Да. Ага. Клиенты самые важные. Рауль, у нас кашу нужно. Очень много каши. Прямо. Я понял. Сейчас тарелку возьму. Каша. Каша. Есть каша. Еще каша. 4 тарелки. Каша. Чё? Игра... Бля. Бля. Ага. Так. Да ё-моё, все кашу хотят. Что сегодня за день? Кашляный день. Так, что у нас тут? Чини там, где пускает. Ты будешь... Чё? Красная тарелка, бля. Пиздец. А ты ставляешь ещё добавить? Вот, добавить. Пиздец, вот. Рауль. Никто посуду не моет. Да не говори, всё слопучено. Был бы Эдгар. Он бы посуду... Да, да, да. Нам третьего человека не хватает. Бля. Еще клиенты. Да ёпа. Каша, каша. Эль. Так, посуду. Веселая у нас пинка. Что у нас не хватает? Каша, вот еще каша. Так, ведро пока выкину лишнее сюда, надеюсь, он не исчезнет. Пока с одной не хватит. Или не хватит. Так, посуду помыть, кружки есть. Уже хорошо. Так грязная. Сюда ложим. Так, сколько у нас? На три кружки еще. Так, вот посуду помыть срочно. А тарелки мне не хватало. Так, теперь все выставляем. Тарелка. Короче, наверху, смотри, что будет. Внизу будет кукуруза, а наверху будет каша. Тут будет чисто эль. Так, опа. Так, что у нас тут проблема? А, вот это. Так, 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 чё? Ой, тьфу ты. Вода, бля. Так, поставлю кашу вариться обязательно. Я понял. Так, сейчас я понял, я пойду отдам. Boiled corn, a trendy novelty. Это готово, это готово. Очень хорошо. Have a nice snack. Пока справляемся. Единственное, нельзя забыть очистить. Паутинку берем.
чем чище у нас будет проблема, чем они больше заплатят, насколько я понимаю. Ты тут? А, ты мотыга ищ. Кукурузу надо посадить. А, давай семена куплю. Блин! Так, хмель мы можем купить, кстати. Мы можем пиво. Не, пока мы не справимся. Без Эдгара мы не справимся. Пока что куплю просто кукурузу. Семена ячмени. А. Удочка. Это рыбы надо еще быть. Сундук. А нам сундук нужен? Вот это вопрос. Вопрос, а зачем он нужен вообще? Нам лишние вещи есть какие-то? Нет. Гриль нам пока не... А, музыкальный автомат. Ой. Правда, дорого стоит, 650 золотых монет. Ну, можем позволить, да, но... Пока не зачем, да? Я не знаю. Не, было. Не, я не знаю, Рауль. Если хочешь, можешь купить. Бочка виски, бочка бурбона будет, потом это бочка виноградного сока, бочка морковного сока, бочка сидра, бочка яблочного сока. Ты представляешь, как будем обслуживать? Мы стряхнемся. Да я сам не успеваю. У нас тут... Так. А! Слушай! А! Здесь не надо самим варить. Здесь есть бочка эля, бочка пива сразу готова. Единственное, что нету, это еды. Ага. Надо задуматься. Я пока покупать не буду, но идея есть. Тарелка. То есть... Я знаю, как облегчить нам жизнь. Вон это почистить. Просто тупо покупать супы. Не самим варить, а позволить себе покупать. Здесь деньги. Только вопрос, сколько так купится. Ну ты, допустим, ты хочешь, типа, мы будем готовить еду, а бухлишко будем что покупать. Ты? Да. Типа так. Но бухлишко дороже. Блин, да. Это надо посчитать, выгодно или нет. Сколько стоит одна кружка вели, которую мы продаем? Петро. Я не знаю, я сейчас просто вот. Очень... А, подожди, журнал. Надо посмотреть. Эли, он 22. Ага. Потом бочки 10. 10, да, получается? 10 умножаем на 22. Это будет 222. Ну? А сколько стоит бочка, сейчас скажу? Именно эль-бочка, не да. Пиво. Пиво там ага. Стоит 30 чем. Сколько мы будем... Отсоси у тракториста! Бочка, ты не поверишь. 220. То есть только на 2 золота будем зарабатывать. В плюсе. Ха-ха. То есть получается, мы за счет еды будем зарабатывать. Так получается? Хм. Бля. Чё-то не вот. Чего? Ой, ёп. Не, неправильно, я жалею. Тарелка. А, так. Каша. А-а. О. Так, да иди я нахер отсюда. Алкашка. Добрый. Я думал, надо самим варить. Кружка. Кружка. Просто не играть получится, потому что в принципе, главное, в чем сейчас смысл, это зарабатывать деньги, да, как бы. Логично. То если мы чуть-чуть не успеваем, это не так страшно. Подожду. Так, вода. Давай. Мотыга нам нафиг нужна. Квесты. Поговори с торговцем. Рецепты.
Главное делать не идеально. Главное, поговори с торговцем, поговори. Давай. На, давай. О. Тут будет. А. Кукурузу не хватает. А, ячмень не готовится. Угу. Ячмень поставим в одну ячмень. Угу. Так. Ячменная кашка. 5 штук. Ведро готовим. Ячмень кукуруза, бочка. Эля, ведро. Greetings, traveler. Rumors have it that a magical animal has appeared in the forest. Not quite a horse, not quite a donkey. It seems something has happened. Go and check on it. Not as a duty, but as a friend. Наполняем. Прикольно. А где мы закрываемся? Закрываемся? Угу. Давай закрываемся. Надо чуть-чуть отдохнуть. Попутешествовать немного. Так, стоп. Посуда есть. Священная, есть. Пожалуйста, куда идти надо? Можно посуду выставить. Это полное. Вроде хватало посуды, теперь еще хватает. Так, нам надо... Ага, кабанина. Так, кабанина, пожалуйста, куда идти надо-то? А где оно? А где оно находится-то? Священное... священное животное, а где оно находится-то? А, еще готовится? Ничего себе, как долго. Что именно? Так, здесь полное. Обслужил последнего клиента. А то он где-то здесь один сидит, грустит. Так, продать. Мебель. А, мебель. Гриль. Ух ты. А у нас гриль нету, да? Можем купить. Это не проблема. У нас 1011. Давай купим. Купил. Мне даже не теряет. Купил? Ага. А где кабана купил? Хотели надо охотиться. Блин, я только что продал. Кабана? Мясо. Подожди-ка, бочка пива 330. А можно самим как-то дороже делать? Бочка пива 33. Умножаем на 10, получается 330. Да, на 30. Единственное, бочка пива можно бы выигрывать. Но нас негде ставить эти, а как эти столы купить? А куда надо идти-то? А гриль ты купил, да, уже? Да! Опа! Чего? Опа! Нифига себе! Мель, факел, топор, семена, ячмень. Если покупать ячмень, ячмень выращивать. Карта мира. Компостная яма, автоматическая мойка на 8 уровне откроется, алхимическая лаборатория, самогонный аппарат, доска заказов, пресс, плита двух... А ты гриль купил, да, уже? Кого? Гриль, да, гриль, я уже тебе 100 раз говорю, да! Ага, спасибо. Просто, понимаешь, я думаю купить подставку для бочки еще. И поставить еще одну. Будем пытаться пиво делать. На гриле. Чтобы делать, нам надо хмель и ячмень.
А бочку еще надо. Надеюсь, хватит на бочку. Я не физического урона. Бочка. Элли. Вот, наверное, бочки что-ли нет? Ебануться. А, триста надо. Отсоси у тракториста! Триста надо, я. Надо хоть какой-то вэлпа. Кто, я? Ну, я открою, пока займусь один, пока займись квестом. Блин, понимаешь, я не понимаю, куда идти надо. Найти светящееся существо, потом найдем. Пускай клиента приходит. Бочка Эля. А. Я бы цикушка. Так, требуется бочка. Про чё? Ячмень, вода, так, водичка. Готовить. Так. Мёд. Чего? Молодец. Да ладно. Я не знаю, как тебе помочь. Я вообще сейчас. А ты где? А почему пауза стоит? Почему кукуруза не варит? Что за прикол? Потому что кукурузы нету. А, блин. А это щука варится, варится. Надо купить бочку пива. Он будет первый раз заполнен. А потом, я так понимаю, будет пустая. И будет надо самим делать. Да ладно. Прохладно. Стой, место. Я могу здесь бочку пива здесь начать варить в этом месте. Чё? Кукурузу здесь готовить. Готовить. А вот он быстрее начал. Не быстрее, потому что я заполнил. Кукурузу я собрал. Да-да, спасибо. Ага. Добрый ты. Да-да, добрый. Добрейший. Ни в коем случае не. А, блин, надо продать эту фигню. Interested in making a deal? Продать. Это продать это надо. Срочно. 120 стоит кукуруза. Прикол. Так, ячмени уже много. Мед. Мед. Ладно. Продадим. Так, что у нас есть тут? Музыкальный автомат за 650 карты мира. Расходники. Мало лечения. Угу. Угу. Мебель. Ой. Помыли. Где там? Вот. Четыре. Ага, четыре. Так. Так, где-то. Так, не? Мебель. Так. Вот эту. Так, тебе что надо? Кукуруза. На тебе кукурузу. Ага. Отлично. Так. Здесь строго верхний ячмень. Так, вода.
О, золотишко. Так. Ага. Готовить. Так, кукуруза внизу не хватает одной. Будем пиво сейчас продавать. Наверху будет ячмень. А внизу будет пиво. Ячменная каша. А ты ж поставил. Ага. О, деньги. Так, чинить. Так, так. Бочка пива. Угу. Кружки. Есть, у нас теперь будет пиво. Только не путать. И добавляем заказ. Кружка пива. Теперь. Это что ли? А, пиво. Все правильно, да. Как я хотел. Всегда, Рауль, пожалуйста. Потому что я сейчас купил это самое. Кружки, кстати, я купил, Рауль. Да. Ой, везде каши хотя. Так, обеспечи. А я пока поставлю еще. Так. Тарелочки. Что здесь каша? Ой, это у тебя? Да нас напали. А-а-а! Мать гандонов! Мать гандонов! Паша, а ты кто присоединился, Паша? Подожди. Это же... Головка от часов, заря! Это же надо же человек присоединился! Вот надо нанять его. Короче, Рауль. Сейчас. Найду. Ой, еще жаба. Подожди, копии. А что? Копии. Сейчас я ему скопирую, это вставлю. Да, вот. Да. Качаю вот это вот. Я хотел его искать, потом играть. Сейчас. Так, подожди, мы... А, подожди. Да ёпарас это! Во! Ууу! Грязная. Тоже, типа, падает, а репутация. Так кажется. Ага. Кружка выпивка где-то. Ага, вот она. Что? Кружка Эля? Ну какой-то эти ман! Да ты не ори! Было тихо, спокойно. Пришел этот самый Эдгар. Кружка, чего? Так, кружка, что это? Эля, все правильно. Чё? А, к Эле не хватает. Вау! Джайна или бушачьи лапки, отказ мне есть. Да ё-моё, так. А, мне 10 штук надо. О-о-о-о-о! Так, вот это. Так, вот это. Ой, тьфу ты. Так. 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 Так, нам надо... Так, пушка пива. Пиво. И пушка... Эля. А, уже тут все есть. Тут не хватает каши. Да. У нас не хватает... А две кукурузы варишь?
А, я там что-то поставил вариться. Ой. Давай поменяй на кашу, потому что потом будет нехватка. И вот так приготовить. Во. А кукуруза почему-то на паузе стоит, потому что нету кукурузы. Так. Не хватает кукурузы. А, немножко растет. Опа. Все нормально. Вот заняться. Все окей, Рауль. Я пока что беру кукурузу из списка, потому что надо кукурузу вывести. У нас кукурузы не хватает. А купить не? А, семена надо купить. Только семена есть. Сейчас посмотрю. Ай, блин. Да я не успеваю. Не переживай, я за них. Расходники. Семена кукурузы. Да какой расходники? Нам нужно это самое. Кукурузы напрямую нету доставки. А, Матыгу, дай, пожалуйста. А, если ты уже занимаешься. Где тут у нас? Я посуду мою, я тут. Понимаешь, я не успеваю это самое делать. Я и посуду помой. Я и это самое так. Так, так, а чего? Когда ты спешишь, ты начинаешь просто с ума сходить. У нас спокойненько, все подряд. А, чё, каша. Смотреть, деньги идут. Да у меня тут и... Я не успеваю, я... так, чё это? Эля. То есть не обязательно и все делать, да? Надо успеть кого-то обслужить. Грязные кружки. Вот, грязная. А, чё тарелка, тарелка? Тарелки, по чё у нас? Я не знаю. У нас красный посудомойщик не хватает. Для грязной работы. Блин. Тогда смогу чисто готовить. Да, мне нужно... Так, мне надо посудомойка. Мне надо, требуется срочно. О! Посудомойщик! Это самое. Так, и пиво. Пиво. Сюда. Погоди, пиво. Тут, ага, тут все окей. Нифига себе, мы сколько зарабатываем. Как работаем хорошо, кстати. Конечно, Игорь, все идет. Погоди. Сейчас пойду потрачу деньги. Так, погоди, что, домашняя свинья? Нифига себе. Мебель. Мебель. Кабана будет. Подожди, а у нас есть этот самый... эту посуду складываю такую. А тут нету. Интересно. Интересно. А, забыл, нам надо теперь все для пива купить отдельно. Оборудование. То есть покупается все то же самое, но уже варим пиво. Продукты, мебель. Нам надо бродильня. Нам надо варенье отдельно. Немножко потратились, но зато все свое. Продать. И знаете, куда поставить. А, нам еще не хватает этой уборщицы. Да, чтобы готовить пиво, нам надо... Бля. Ячменное сюда. С водой сходить. И начинаю приготавливать пиво. Ага. Вот нам, знаешь, вот точно уборщицы не хватает. То есть домой. Пусто. Ой. У меня полный инвентарь этого самого. Ага. Бля, что мне надо было? Все, пиво нас готовит. Вот у нас готовится ничего, нам надо ячмень купить. О, еще пустое место. Откуда у нас так появляется? Каша. Мне надо подумать. Так, вот
добро, стой, пиво. А, пиво, пиво, пиво. Ага, вот все заканчивается. Сейчас займемся. Так, эль. Это что у нас пиво, вот эль. Не спеши. А, тебе кружка надо? А, пока нет. Пока еще есть, мы накупили. Так, бочка эля. А, кончился эль. Я security. Так, эль. А, да ё-моё, никто не... Ты чё? Так, что у нас по кружке эль оказывается здесь? Так, и пиво. Напомнится. А... Пиво. Опа, пиво готово. Первый раз приготовить посуду помыть. Рауль умер. Да, какие проблемы? А, у меня Эль закончился вроде бы. Я только что выстрелил. Или пиво у меня закончилось. Наверное, пиво. Ага, сейчас займемся. Да ёпрасто, почему никто не покупает кукурузу? Ты чё кукурузу? Потому что я отменял. Да ёбаный в рот! У нас кукуруза растет. Да вот что, что у меня полный инвентарь кукурузы у меня. Ты поставил? А, да, поставили. Прошу прощения. У меня полный инвентарь кукурузы, я не знаю, куда его девать-то. Я специально убрал, потому что кукуруза кончилась, пока не вырастет. А тут, оказывается, тебе нужно убрать. Так, пиво было у нас внизу. Так, забрать бочку, что мне пиво сложилось. Сюда. О, кукуруза, молодец! О, кушай кукурузу, пиво. Ее просто все пивом нужно, всем. Всем пиво нужно, Эдгар. Пиво готово. А, и каша давай нужна. И каша нужна срочно. У нас каша. Пиво. Каша есть. Видишь, когда ты мне начинаешь говорить, что не хватает, сразу лучше идет. Так. Так что у нас? Кукурузы хватает? Чё каша? Ячменя каши не хватает. Так, кукуруза, оп, кукуруза. Так, окей. О! Профессионалы! Да-да-да, профессионалы. Так, теперь Эллен. Так, у нас тут. Эдгар, ты тут? Эдгар! Надо работать. Эдгар! Эдгар, гей! О, Эдгар, ты тут. Так, каша, давай я тут за посуду помыть. Во, все. Фу! Так, две каши не хватает. Во. Угу, так, что там? Так, кукуруза. Я вода. Я пойду кукурузу ворать. Mm. Мне прикрывать этот пугал. Именно анимации. Эдгар будет играть? Да. Это, блин, игра очень шикарная, она мне очень нравится. Блин, у меня полный этот самый, так, у меня полный, как его называется-то. Так, почистить надо пол. Так, кукурузу. Так, ты кто? Это ё-моё, все... Ё-просто, все кашу хотят. Я сразу предупреждаю, сейчас каша нужна будет. Очень много каши нужно, Рауль.
У нас каша закончилась. Есть каша. Есть каша. Есть каша. Так, я кашу обратно ставлю. Блин, еще кашу надо, блин. Каша. Ну, так. Чё? Эль. Так, Эль. Везде Эль нужно. Так, Эль. Так, Эль. Эль. Так, Эль. Зачем мед? Нам уже мед может. Так. Так, кашу пошел ловить. Кашу, кашу, кашу. Так, вода. Так, так. Так ты кто? Эль? Да пошел нафиг. Так, что нам не хватает каши? О, ты успеваю. Не успеваешь, Рауль. Так. Потому что Эли не хватает нам уже. Ага, вижу. Кукуруза. Ничего подобного. Убиваем. Так, так. Пожалуй, у нас есть это? Блин, у нас нету. Замечательно. Опять мне мыть посуду надо. Так, кукуруза, вот. Кукуруза, чё, Эль? Как я могу присоединиться? Как? Снимай штаны и присоединяйся, Рауль Эдгар. Каша. Систем. Чё? Эль. Рауль. Стим и каша. Да? Ой, Стим и каша. Яба! Стим и каша. Какой Стим? Ладно. Короче, каша и Эль. Вот. Да, Рауль, Эль нужен. Слушаюсь и повинуюсь. Так, кто главный? Эль. Кто главный создатель этого мира? А где он? Я тут бог и царь, а вы все мои сучки! Я тебе говорю, что такое безумие! Так, это почему? А, пригласи меня. А, ты ведь это самое, я понял, ты, наверное, не играл, Эдгар. Эдгар, наверное, не играл в этот самый, как его называется, это Far Cry 3. Так, я тебе налил воды, где он? Пригласи меня. Да ёпперса ты! А семена я покупал? Да, если что, покупай кукурузу тоже, это. Семена кукурузы, ладно? Да, сейчас этим жнём. Воу. Сейчас. Штаб. Ой, пошли, тап. Shift-тап. Shift-тап, Эдгар. Эдгар, погасить на трансляцию в игру. Все, я отправил. Так, чё? Так, так, кукуруза. Наконец-то кукурузу они покупают. Кушают, наконец-то. Вот ты будешь заниматься посудой, потому что это очень необходимо. Эдгар, каша! Ой, Эдгар, Рауль, каша! Да, о, кто-то посиделся. Сейчас посажу кукурузу. Мне нужна каша, срочно. Кружка пива. Пиво. Так, пиво. Так. Погоди. Кто это с пивом? Так, теперь с кашей займемся. Каша, так. Каша, пожалуйста. Так, что там у нас?
Так, мне надо выгнать этого. Пошел отсюда нахер. Пошел нахер. Пошел нахер отсюда. Кукуруза. Опа, кукурузу. Наконец-то кто-то кукурузу покупает. Окей. У нас кукуруза проблема теперь с кукуруза. Огрызок. Так, чё? Пиво, пиво, каша. Пиво, каша. Каша. Пиво. 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 Чего? А, тьфу ты, это Эль. Эль. Да-да-да, о-ля-ля. Так-так-так-так. Чего? Каша, каша, каша. Две каши мне надо. Каши две. Пока есть. Две каши. Кукуруза есть у нас. Так. Так, что у нас тут? Так, О, и сюда, мой посуду. А, пожалуйста, так, минутку, я Эдгара. Так, где посуду я могу мыть? Вот здесь, здесь, вот для прибора. Так. Вот бочку нажимаешь мыть я один раз. Что там за один раз? Один раз не... Так, так, что это у нас? Эль. Рауль, Эль. Везде. Да, занимает. А, вот он. Так, по 4. Раз, два, три, 4. Водичку, да. Вот я тебе могу дать, я могу ему эту самую дать, почку. Это, где тут? Эдгар. Пушки нет. Вот. Эдгар. Вот, Эдгар. Вот тебе бочка. Ой, ведро. Вот. Вот тебе ведро. На. Идем сюда. Вот вода вот тут вот находится. Идем. Вот тут вода. Я могу чистые вещи положить. Да ёб твою, это самое. Так, что у нас? Кукуруза, кукуруза, кукуруза. Так, так, две кукурузы. Здесь выставляешь. Кукуруза. Вот я полки повел. Значит, так. Так, погнали. Где наша посудомойка? Так, 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 продать. Продать, продать, вот это продать. Продать. Чистые посуды я могу положить. Не видел. Рядом. Рядом, вот, 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 вот. Здесь кружки, здесь тарелки. Рауль, тебе надо кружки? Да. На. Короче, у меня просто полный... Ой, тьфу, это грязная, правда? Грязная, грязная тарелка. Блин, извини. Так, пожалуйста, это что? Ага, грязная тарелка. А во! Вот на кружке. Вот, я тебя скинул. Ой, тьфу! Это мне. Мой посуду, ты дурак! Ты! Посуду мой взял! Пошел работать, сучка! Не понимаете, где один творил. Вот сюда вот о полку ставить, вот сюда вот о полку ставить, вот сюда вот. Хуйна! Рауль! Да, Рауль! Вот тебе кружки, на. Надо. А, давай. Вот я тебе кинул, на. Бери, потому что я сейчас, блин, грязные тарелки. Сейчас, на. На тебе тарелку. Да ёб твою! Так, Не успеваю я. Так, что тут надо? Кукуруза, кукуруза. Ёб твою, везде кукуруза. Ёбаный выражаю, это самое. Это кукуруза. Грязная тарелка. Загрузить. Это моет посуду? Да нихуя он не моет там. Я пришел, чтобы налить водички. Все.
Почему ты мне дал батыр? Так кукуруза. Кукуруза, срочно надо кукурузу. Кукуруза каша. Есть. Кукуруза куша, каша и что-то пиво. Надо говорить не есть, а да, шеф! Так, ой, каша есть. А че, отбери не мой посуду. Тарелка. Так. Так, сюда, сюда. Каша. Я напоминаю, каша нужна. Да. Так, я взял всю посуду. Эдгар, готовься мыть. Вставляю. Каша. Так, ячменная каша. Каша. Срочно готовь. Еще воды надо. Так. Фу. Фу-ху-ху-ху-ху. Так, кидай кукурузу. И пошел вода. Нахуй сюда. Могу бьет. Кушка пива. Пиво, ну да. Есть пиво, будет пиво, так, пиво, пиво, пиво. Так, так, кушка или пиво? Так. Так, а что это у нас? Угу. Есть пиво, так и Эллин. Вот так, так, где кружки? Эль. Вот кружки молодец, так гад. Так, Эль. Так, кукуруза. Так. Так, а, так, оставим. Пиво, 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 пиво. Половина доходит. Я зайду сдавать еще. Ёб твою! Иди, иди. Так. Фу! О! Я устал. Вот с кем? Ты кажешь водичку дальше. Так, посадил. Чё? Эль? Так, что там надо? Так, кукуруза есть, так, кукуруза. Вот, кукурузы не хватает, выставляем. Так, что нам тут не хватает, а? Так, 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 расходники. Мебель. Продать. Мебель. Мебель. Компостная яма. Чего? Компостная яма? Используется для создания компоста. А, вижу. Ладно, сейчас я займусь ячмень. Ага. Так. Ага. Так, что у тебя тут каша? Продать. Расходники. Продукты. Бочка Эля, бочка пива. Ага. Мебель. Так и хочется купить музыкальный автомат. Мне так и хочется купить. Блин. Покупа. А. Может повеселее. Денег накопим. Настроим и очень быстро заработаем. Еба! Так, у нас Эль. Так, бочка пива кончилась. Так, что у нас с пивом? А, пиво есть, отлично. Пиво свалилось. Вовремя.
Так, пиво сюда. Во! Так, Эви. Это что у нас? Как это называется штуковина, вот тот круг, который у тебя делает вот это вот? Диспенсер для напитков, да? Раз, два, две. Диспенсер для напитков. Ага. Бродильня. Не. Где-то. Так, мне надо опять сварить. Так, водички нет. Почка. Так. Да кто не... Почему никто не обслуживает, а? Потому что сейчас варю пиво. О! What the fuck? А вы знаете, что у нас... Мы... Это самое... А вы знаете, что мы увеличился? Кто увеличился? Воу! Да иди ты, такой обслуживать, еще второй этаж будет в будущем. Да ёпарас, да я не успеваю, я сам! Да кто-нибудь это самое, пожди, что тут нужно? Пиво, эль, пиво, эль, пиво, пиво опять. Ёп твою, это... Я не успеваю даже. Так, что у меня? Эль. Блин, наверху пиво, сейчас пиво надо. А, пиво. Так, ага. Пиво, пиво, пиво. Я уже дал пиво. Пиво. Надо не было бить. Полы этаж я буду бить, типа, тут не даже. Ага. Да, то есть... Паспорт чистый. Я не могу его выложить. А, подожди. Так, у нас покажет. Если что, я купил так, этот самый, одну почку. А, пей. Не, я, да не я пей, а это самое, я купил, ой. Вареные куриные яйца? Да, ты с ума сойдёшь от хуже. Так, бочка. Водой не хватка. Сейчас я мою посуду. Где эта сучка посудомойка? Каша. Да кто? Делаем. Ага, окей. Я все готов, все есть. Пиво. Так, пиво. Так, ты пиво купил? Эля, эль, пиво, эля. Здесь потом надо... Ебануться! Пиво. Серьезно, второй этаж? Офигеть. Да не... Серьезно? Охренеть. Охренеть, ребята. Так чё? Эль. Так, а кто там это сам отвечает за это самое? Ага. Так, кукуруза растет пока что, окей. Хорошо. Так, бездельники, это каша. Каша. Так. Одни клиенты, все больше и больше. Так это что у нас так, тут? Ячмень. Бродильня. Так. Так, что это у нас? Эль. Так, эль. Сейчас. Погнали. Так. Так, эль. Ага. Я не успеваю даже варить там пиво. Ума отойти, так. Эль. Я понял. Так, ой, хорошо, ой, хорошо, ой, как пошло, ооо, как весело стало мне. Так, во, я на работе, ооо. Ебануто, как хорошо стало мне, ух ты! Полностью занят, да. Едрит колотить, как и весело стало мне. А я тут прихожу в этом самом. Какие вы странные. Сейчас возьму воды и дополню.
Я в рабочее время пью, кстати. И не... На работу, где ведем. И не только это самое, но в реальности я тоже пью колу. Так, так, а что у нас еще? Так, у меня отошло. О, у меня отошло эти самые. Так, мне надо теперь... Есть. Чё? Каша. Каша. Окей, каша. 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 Чё? Кукуруза? Чё? Какая кукуруза? Каша. Каша. Пиво. Так, пиво. Так. Чё? Ага. Он, по-моему, Эдгар обслуживает. Ну, типа, вставляет эти... Да ёб простоте. Пиво и пиво. Я пока что смогу заняться готовкой, потому что я буду сейчас только поваром. Я не успеваю. Кружка Элли. Так. Да, кто это самое, кто может, тот это сам, пожалуйста, вот. Эдгар, если у тебя есть время, вот это... так. Оп. Просто тупо выставлять, а я буду чип готовить. Да. Потому что у меня тут это самое... Я тут... Хорошая у меня работа, ребята, а? Самую легкую работу я выбрал себе. Так. Так, здесь все под контролем. Здесь не под контролем. Так. Готовить есть. Так. Так, это есть. Это есть. Пошел кукурузой заниматься. Так, что у нас? Каша. Каша. Не забудь про это еще. Еще водичку надо забрать. Мотыга кто сломается. Посудомойка, можно, пожалуйста, так, кружка пива? Да, я тебе чисто занимаюсь поварством. Выращивание еды и готовкой. Повар спрашивает повара. Какая твоя профессия? Повар. Моя профессия? Некто бы. Может быть, ты доктор? Повар. Нет, моя профессия не доктор. Может быть, я забыл. Это так, Эля. Эль. Блин. Так. Да кто-то бегает тут. А, это ты бегаешь. Ладно. Кукуруза. Жак, что не для... Блин, сколько кукурузы надо. Много. Кукурузу, пожалуйста, мне. Кто-нибудь есть там свободный? Иду готовить кукурузу. А, кукуруза есть, а чё Эдгар не помогает? Я думаю, готовить надо. Не, я про это самое. Я тупо разношу все это самое. И я тупо обслуживаю эти самые. Гоняю этих бездельников. Так, чё? Эль, каша. Эль. Не надо готовить. Не говори, что ты не умеешь готовить. Оп. Так, так, что тут надо, а? Так, пожалуйста, это что у нас? Ячменная каша. Тьфу ты, какая ячменная каша? Да тут ячменная каша. Так, ячмень. Воду нужно залить в эту самую, так, еще. Какая назад? Кукуруза. Так, у меня кукуруза есть. Так, надо воду сюда. Кто-нибудь воду может налить, пожалуйста? Все, сейчас займусь готовкой. Вода мне есть. Если что, это самое, у меня в... Рауль, я тебе могу кукурузу скинуть. А, да, скидывай. У меня его очень много кукурузы. В инвентаре, пожалуйста. Так. Ёпарас, это надо обслужить их. Срочно.
Вот этого вот гандона надо вот гнать, пошел отсюда нафиг. Алкаш. Пиво, пиво, эль. А, значит. Кукуруза. Кукуруза, кукуруза. Значит, две кукурузы, окей. Две кукурузы. Так, эль. Так, эль. Эль. Все. Да пошел нахер отсюда! Готовится, готовится, готово. Да у нас по пиву все пока хорошо. Так. Там лежит место водичку, там есть посуда. Так, чё? Пиво. Эль, чего? Два очень, раза. Очень. Эля? Пиво есть. Эль! Мне нужно Эль. Девочки, мне нужно Эль. Срочно, Эль. Эль и кукуруза требуется. Кукуруза. Так, разная посуда от гору. Так, что у нас тут? Кушки, кушки, кушки. Каша. Каша. Так, пиво. Погнали. Ага. Нифига себе. А, кашу, пожалуйста, мне. Есть каша. А, пиво. А, и можете эль тоже. А, так, пиво. Окей. Пушки кончились. Извините, у меня нету. Да, мы как-то слишком быстро все это самое работаем так. Паленые яйца. Чего? Яйцо плюс вода? Где яйца? А, пиво закончилось. Пиво закончилось, смотрю, сейчас у меня есть пиво. Так, пиво, 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 пиво. А, кукурузу, пожалуйста, мне. Есть пиво, так, кукуруза будет, кукуруза. Готово. Так, пиво. Ой, тут ты. Не то я взял, извините. Эль, пожалуйста, кто-нибудь есть там? Будет эль. Каша. Так, пиво. Каша. Ой. Так. А как мы можем посмотреть, подожди, а как я могу посмотреть, это что у нас такие, это у нас вот это вот. Угу. Кстати, кружка пива 44 XP дает. Угу. 75 вареные яйца, 75 опыта дается. Кукуруза, кукуруза. Ёпас, это сколько кукурузы требуется.
А, кукуруза, кукуруза. У меня все под контролем. А, ну да. Это а кто? Да, а, это ты. А. Ядрит колотит, как все вы работаете быстро. Мы это самое слишком... Ага. Что тут у нас? Что? Кукуруза плюс каша? Кукуруза плюс каша, ё-моё. Сейчас парень кукуруза. Каша. Кукуруза опять. Каша. Так. Так, пошли. Так, я пойду. Так, что у нас? Мед, хмель, почка эля. Домашняя курица. В загоне можете. Ага. Так, мебель. Продать. За 22 монеты. Продукты. Домашняя свинья. Расходники. Ага. Я понял. Ладно. А, может быть, закроемся, ребята? Давай. Потому что у нас как-то уже... мы закрыты. Ничего не так, все вроде работает. Я не про это. Я про... Мы вообще не выполняем никакое это самое. Найти кору... А, я понял. Все, спокойно выполнить миссию. Не, мы с вами и так уже настолько преуспели. Я это самое... Потому что я живу в этом самом... В многих-многих галактиках я жил. Я настолько преуспел. Ну блин, эти мемы. Да ё просто, так кто открыл магазин? Займы закрыты, пали отсюда нахер. Greetings, traveler. Так, а пожалуйста, как это исследовать, переименовать, разделить? Чё? Рецепты, квесты, статус. А, вот он. Частота 56%, обслуживание. Разнообразие 86%. Окей. Так, исходники кукуруза. What is the Dark Forest quest? Я предлагаю, вот, давайте пойдемте за это самое. На какую-нибудь миссию. Кто сюда кукурузу скидал в угол в этот? В угол куда? Вот сюда вот тут валялся, кукуруза валялась. Так, давай возьму. И тут уголочек. А я уже подобрал, он у меня. Так, так, расходники, пошли, мебель. Мебель, сундук. Сундук. Так. Как почистить пол? Сундук. Щеточка на щетку купить продавца. Так. Пиво. Сундук. Сейчас. Вот я сундук купил. Вот. Хмель. Кто сюда хмель еще сложил в бочку? Вот хмель. Хмель это я на угол. Это в угол я сложил, потому что я их туда скинул в дом. Вот я это сам купил сундук наконец-то. А помогите, он постоянно спрашивает, Industry Making a Deal, как это был важно. Ты не там покупаешь. Вот кассовому аппарату нажимай. Интересно, я сюда ведь не смогу, да, пройти? Блин, я не смогу сюда пройти. А! Чего? Я... Фу, я не застрял, спасибо. Еба! На нас нападают!
Мальчик гандонов! Мальчик гандонов! Ебануться, это что, я должен всех гандонов этих, это убивать, что ли? Я убивал. Я двоих замочил. Так. У нас две бочки. Продать. Топор, щетка. Как убрать эти зомби? Купить топор. Я себе топор куплю один. Извините, я себе топор купил. Новый. Окей, окей. Потому что у меня уже все, больше топоров нету. Потому что это самое, у меня весь топор сломался. Я тут столько этих самых. Как зомби убрать? Они не, а сами исчезнут потом, наверное. Они сами. Осмотрите себе на таверну. Давайте тогда и поищем корову. Че, разнообразие 100%. Скорость обслуживания 95%, частота 75%. День 7. Ладно, пошлите, идемте куда-нибудь, вот, найдите корову. А идемте, пойдем, найдем корову, а только куда идти, кто знает. Пойдем, за мной. Чтобы найти корову, сейчас посмотрю, надо осмотреть рядом с таверной. Идемте по кругу. А вот корова. Я нашел. А, и что мне сейчас делать? Отлично, значит, конкурентов меньше. Выходит, моя таверна теперь единственная в округе. Спасибо, все сбережения на покупку ушли, но уверен, она того стоит. Однозначно, ты, как я вижу, шаришь перспективных направлений. Я хочу предложить его этот отличный загон для животных. Выглядит не очень. Смотри, перспективы. Небольшой косметический капитальный ремонт для тебя отличная раньше. А дам за полцены. За полцены беру. А сколько? А сколько у тебя есть? Вот как раз половина. Сейчас бегу за деньгами, никуда не уходи. Ой, грустная история, работать пришлось много, копить, где-то 500 лет оставалось копить, а вот умный мой четверолюдный преподед и оставил мне наследство, а я ведь сирота, ну как будто жизнь родилась на и до, и после. Heart-wrenching story. Anyway, here's your paddock. Загон, now it's up to you to set it up. Работы я не боюсь, но подскажи, чего мне нужно сделать? Для начала расчисти загон от мусора. Займёшь прямо сейчас. До встречи, коровка. Слушайте, это самое, я хотел спросить, а мы точно это самое Эль и этот самый, и пиво пьем, а не что-то другое? Что ты имеешь в виду? Потому что мы с коровой разговариваем. Да. Налить воды. Ладно, начнется у нас с водой будет вечная проблема. А зачем нам корова? Так мне нужна, знаете, я знаю почему. Потому что нам мы можем будет купить курицу за 350 мы сможем купить. Ага. Извините, но я куплю себе этот самый. Покупай всё.
нужно. Домашнюю свинью мы еще не можем позвать. Курицу? Да, курицу. Расходники, подожди. Мебель. Где? Чего? Кость, обслуживание 95%, разнообразие 100%. Подожди, а где? А это где это? Мощный ром. Так, я сейчас не понимаю, чего? Что значит как? Ты же в пост, откуда дети берут. Ну там пестики, тычинки. Ты о чем? Здорово, говорит. The movie. Well, everyone knows that children are found in cabbage. That's what the movie is about. In that case, yes. Everything here needs to be planted. Конечно, в капусте находят. Wait. So I'd be interested to watch the process. Да-да. The actual method is different. You just need to put a couple of animals of the same kind in the paddock. And wait a little. Even though I don't quite understand why, I'll do it. And also, planting cabbage is not necessary. Я понял! But then, how? Alright, cow. You're very wise. I believe you. See you later. Две курицы в загон. Угу. Я понял. Так, две курицы в загон. Две курицы. 350 стоит курица. Иди, ты это колотить. Открывать нормально? Мы открыты. И купим курицу. Погнали. Там надо две курицы. Курица понимает зачем, потому что нам надо вареные яйца. Пока почищу, то он сгрязноватый. Сколько вам денежки сейчас покажаете? Миллион! 5 миллионов! Не серьезно. А если бы туда? А где мы кабан? Мы вверху в экране, в левой верхнем. В левом? Ну да, в верхнем, в левой. Я нашел священное животное. Внимание, я нашел священное где? Животное. Около таверны. Все, без компаса нет. Я вижу, я иду. Я иду. Я подожду. Я бегу. Все, я пришел. Давай, тогда. Ничего себе, говорящий осел. Я олень, как ты смеешь так разговаривать? Ух ты, олень, ты что, токсичный? Смеетесь, как новогодняя елка? А кто здесь токсичный? Я волшебный олень, сказал же. А значит, ты должен исполнить три моих желания? Надо подумать. Ты меня с кем-то путаешь? Желаний я не исполняю. Могу тебе дать тебе кое-что, если ты мне поможешь. Помогу в чем? Этот лес заражен злом. Роза всем не останется в жизни. Нужно очистить его, пока еще не поздно. И как это сделать? Для начала снизь популяцию людей. Они заражают бесквернами. Будет сделано. Короче, надо... Медведя, если ты поубивать. Только три медведя. Слушай, мы открыли магазин. Ой, магазин открыли. А никто не обслуживает, потому что мы все это самое. Жали, да, на квест. А ну-ка, стой, кабан. И магазин, магазин. Это самый открыт у нас. Чё там? Каша, пиво. Каша. Да ёб твою. Каша. А, чё? Каша. Кукуруза, вот, на. Еще одна кукуруза надо. Кукуруза, каша. Кукуруза.
Каша. Отгрызки от яблоки, они стоят по 5 золотых. Эгэгэгэю. Начнем. Чё, эль? Эль-эль-эль-эль-эль-эль-эль. Значит, эль-эль-эль-эль. Так, пиво. Посудомойщик, надо это еще. Не посудомойщик, иди это самое, мне кашу наливай. Кашу и пиво с элем, потому что у меня тут это... Так, эль наливаем. Кукуруза. Так, пиво. Пиво сюда. У кого тарелки? У меня нету тарелок. Мне надо купить этот самый, знаете, курицу куплю одну. Я одну курицу купил. Так, за 200 метла. Новый уровень. Это вот виноградного сока и семена винограда. Научимся. Так, стоим. А как мне выпустить курицу сюда? Поле. Мы здесь загон где? Не, я. А как ее выпустить-то? А, вот. Я понял. Нашел? Угу. А? Просто ее надо выкинуть. Поднять. Ага. Мне надо срочно одна... Я возьму... Кстати, я куплю... Ладно, не обижайтесь, но я куплю... себе щетку. Окей. Не обижайтесь, потому что мне надо этих самых алкашей прогонять. И подметать мне надо тоже. Каша, эль... Чё, каша, везде каша надо. Ёб твою, везде каша. Очень нужны деньги, потому что иначе не смогу приготовить кашу. Кружка Элли. Чё? Кукуруза. Я уже дал. Кукуруза. Сейчас заработаем. Окей. Так, щетка. Очистим. Кукуруза. Кто там по кукурузе и по этому самому? Где тут уже есть? Так, тарелки. Так, каша... А, вот теперь деньги есть. Пойду кашу делать. Кукурузу и это самое, блин. Нам нужно... Да ёпарасоте. Я уже дал кукурузу. Ладно. Квесты. Did you?
Пока вы там это самое, не все это. Пока вы там это. Пока вы там ничего это самое, я быстро себе куплю кожу. Кожа. Я уже купил кожу. Так я. Топор. Акаша. Из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Да не просто показал его пиво Эль. Так Эль. Так. Бля. Требуется Эль. Срочно, ребята. Так будет. Ой, тьфу, зачем я это делаю? Вот. Зачем я посуду буду мыть? Ты пошла отсюда нахер. Пошел, да. Я не тебе, если что, кружка пива. Хорошо. Кружка пива. Кукуруза. Так. Так. Я один дома, оказывается. Кормушка. Ага. Так, это есть, так. Так, все готовится. Так, что у нас по продуктам? А, еще кашу вижу. Заказ. Есть такое дело. Да кто алкашей разгоняет? Я должен алкашей разгонять. Это моя работа, алкашей разгонять. Я уже одну разгонял. Он мою вы работу мою это самое забираете. Мой хлеб. На достаток жизни. Да, это я тут должен самый алкашей этих гонять. Не, ну ты можешь, конечно. Вау. У нас картины. Котики есть. Да, я знаю. Это я нашел, кстати, а не покупал. Ага. Серьезно, там это сам я нашел ящик, кстати. Там, в лесу где-то. Или где-то на дороге, я не помню. Так, так, что тут у нас? Эль. Пожалуйста, Эль, мне можно доставить? Да, сейчас будет. Так, что тут у нас пиво? А, какая-то занимается. Я лучше займусь полезным. Так, готовкой. Это каши есть, сейчас иди, доделаем. Кто-нибудь там обслужите, пожалуйста.
Я просто... У меня не было это самое на месте. А пустомойка, иди помой. Пустомойка, кстати говоря. Потому что сейчас я это сам накидал очень много. Вот. Выпечки. Фу! Автоматическая мойка есть. Яйцо. Чего? Серьезно? Опа, я яйцо нашел одно. Так, кукурузка. Чего? Автоматическая мойка есть? А. Она стоит, конечно, денег. Блин, тогда мы сможем это самое... Быстрее работать. Эдгара уволить сможем, именно каша. А, я в Эдгар слону быть нужен. Я тоже ордер делаю. Так чего грязно тарелки? Вот. Вот если бубл. На. А, пожалуйста, мне каши. Каша. Каши, пожалуйста, все. Пожалуйста, а сколько стоит? Пожалуйста, а что у нас по этому статусу? Разнообразие 100%. Скорость обслуживания 85%. Чистота 70%. Окей. Репутация. Ага, чем больше репутации, тем больше... 88, ага, опыт. Я понял. А сколько... And old acquaintance of mine can't leave her house. Seems like something happened to her. I would visit her myself, but why bother when I have you? Чего? Кукуруза. А грузка можно продать продавцу. И деньги так, получить. Сундуки. Тарелок. Пресс. Вай, чего? Да. Пресс? Жима сока. Автоматическая. 500. Oh. 550 стоит. Ебануться. Покупаю. Похрен. Что ты покупаешь? Я все деньги я все деньги потратил, ребята, извините. Да ладно? Я менеджер долбоёб. Ваш этот самый главный долбоёб, извините. Я все... Не главный, так что... Не, ну я главный, но не главный, но... Блин, а куда поставить-то можно? Типа все главные, но не главные, да? Да. У нас демократия. А я могу убрать это? Ой. Загрузить посуду. Нет, я ее не могу двигать. Автомойка. Ух ты. Пожалуйста, а как... я не могу... Я могу, да, только двигать ее, блин. Блин, я плохо поставил. Блин. Слушай, а куда поставить так, чтобы вам было бы удобно? Кто бы посуду моет? Вот, куда поставить? Угол, как привыкли. А, потому что мы этим ведь не будем пользоваться, или будем? Не, не будем, я поставлю. Не будем, ведь это зачем купили деньги, так что убираем. А, понимаешь, я не могу убрать, кстати, вот эту вот фигню, пожди. Или могу убрать? Что, воду убрать? Пожди, чё, мыть посуду, налить воды. Нет, я её не могу убрать, как бы. Отсюда. Сейчас подумаю. Надо две грязные посуды найти. Я сейчас это сделаю. Секунду, ребята. Я придумал. Стойте. Сейчас я помою.
И вода кончится, правильно? Да. Подожди. Есть, а ну-ка попробуй, где он. Фу! Спасибо! Спасибо, ты гений. Убрать. Фу! А где то наша? А, загрузить посуду. Какого загрузить посуду? Убрать. На X. На X. На X. Как оно ставится это? Сейчас. Ну так вот боком туда поставим. Да, давай. А, пожалуйста, это я могу. Я надеюсь. Ебануться. Тут каша. Каша, везде каша называется. Блин, у нас каши нету. Нигде. Нету каши? Сейчас разберемся так. Так я кукурузу. Пиво. Чё? Наш ячмень кончился. Пошел в магазин. Пиво. Пожди, я могу продать эту самую. Пожди, я могу. Посудомойку продать. Подожди, я посудомойку могу продать? Да, могу. О! Все, я посудомойку продал. Можете покупать. Что там вам нужно? Сейчас каша будет. Я это сам... У меня, знаешь, как интуиция подсказывает, ну? Что а зачем мы кашу продаем, когда кукуруза дороже? Мы можем отменить из списка кашу и оставить кукурузу. Автомойка. Налить воды сюда. И здесь чисто заполнить кукурузу. Пожалуйста, у кого вода есть? Налейте, пожалуйста, воду. Да, сейчас. Блин, два долбоеба просто бегают. Ебануться, два долбоеба просто бегают, а? За кашем, кукуруза, ячменная каша. Да ладно, чё? Как обыкновенно посудомоечная машина. Пиво. Мне уже пиво. Сейчас пиво нальем. Кашу делай. Пиво есть. Есть пиво. И есть пиво. Теперь делаю кашу. Блин, это вода, блин. Ебануться! Тебе нам не надо, это самое! Да. О, видишь, минусы, работа! А, кукуруза. Кукуруза, везде кукуруза, ёб твою. И отсюда берется чисто посуда, интересно. Блин, у нас кукурузы и каши нету. Кукурузы нету, делаю кукурузу. Есть кукуруза. Кукурузы и каши нет у нас. Ого, как быстро. Так, кукуруза варится. Блин. Да и каши нету. А, каша. Ага. Я понял, спасибо. Спасибо, конечно, вы молодцы. Ага. Так, спасибо. А ты слышал, Марк? Мое предложение кашу вычеркнуть из списка и чисто на кукурузе продавать им. И что? Кукуруза дороже. А то, что у нас руки освободятся. Чуть-чуть. Грязно. Так. Давайте чисто кукурузу буду делать. Кашу отменю. Слушай, а надо еще ждать, пока она вырастет. А у меня много. Блин. И проблема, у меня слишком много кукурузы. Если что, кашу можно вернуть. Каша никуда не исчезает. Просто временно отключен. Ура! Новый уровень! У-ху! Так, каш. Так, кукуруза тебе пойдет. Полностью все на кукурузе. Яйцо. Опа! У меня есть курица еще одна. У нас теперь три курицы. Я верну временно список каши. Как только каша кончится, я отменю кашу. На три каши продать. А я пока буду варить кукурузу. Готовить. О, так легче будет. Так, надо допродать кашу. Happy for ya, but еще кукуруза выросла. I have to do something to make life better for my animals. Perhaps I know how. There are hornets around here. Nasty little things that make life miserable. Find and destroy their nests. Oh, I could do that.
My axe is always with me. Unless I forgot to buy it. You won't get out of here alive with just an axe. You will need fire. Burn them. Burn them with fire for my tasty animals. You are all kindness. Кашу больше не делаем. Кашу продать. Как только каша кончится, вычеркиваем из списка и меняем заказы. Ой, тьфу ты, зачем я... Так у нас 4 курицы уже есть, неплохо. И у меня яйца есть, ребята. Так, так, огуски, где мои яйца? Где мои яйца, огуски? А вот яйца. Вот, все. Кашу все продали. Надо последняя кашу, ибо кашу... Так. На кукурузу. Так, что у нас кукуруза? Нет, я возьму эту кашу и всем. Так. Нет. Каша невыгодна. Каша больше невыгодна. Выгоднее кукурузу. Она больше экспирина дает и больше золота. Давай, да. Так можно. И не забудьте вычеркнуть список. Ну, это каша, каша, каша. Где у нас каша? Ячменную кашу я убрал. А, пожалуйста, мне пиво и эль. Будет. Пей пиво пенное. Так, эль. Кружка эля. Ага. Так, пиво. Так, 4 этого самого. Пожалуйста, а где мне факел взять? Так, расходники, факел. О, я купил за, факел за 100. Так, факел купил. Во, шикарно. Погнали. Ебануться, сколько их тут много. Так, кашу убрали, отлично. Что у нас кукурузы, так кукурузы. Что за звук такие? Ах ты чё. Ебануться. Пацаны, у меня проблема. Какая? Я скову капут мне. Ебануться. А когда ты умрешь, тебе придется заплатить там 85 золотых, не, что ли? Не 185, а 101 уже. 101, да? Угу. Все дороже будет стоить. А, я, кстати, украл... А, кстати, я мед могу продать. Вот, я мед продал. Я сейчас пытаюсь выполнить миссию в этот сам, как его называется. А, поджечь ульи факелом. Так, будем... Теперь, знаешь, что я думаю? Новый план. Вычеркиваем эль. Тоже. И оставляем пиво. Да ну нахрен! Чисто пиво варить. Хотя нет, Эля давай дольем. Потому что я сейчас только сварил. Эль. Обратно Эль. И как вот надо долить. Семена. О, семена кукурузы я нашел. Вот. С Элю мы дольем и переходим полностью на пиво и на кукурузе. И потом, если все будет легче, мы перейдем на мясо, а то гриль поставили и ни разу не пожарили.
Бля, механа. Ого, деньги быстрее пошли, пошли. Это хорошо, так, ага. Я даже вычеркну временно пиво, чтобы долить побыстрее Эля. И сейчас полностью на Эль приходит. Кукуруза, везде кукуруза требуется. А, кукуруза. Кукуруза. Так, а... Конечно, меня нету, никто это самый этих бомжей не гоняет. Security у нас кто? Радио. Опа, мне звонит. Сейчас подождите. Эль. Чё? Так. Блин, воды нету. Алло? Да-да. Да, слышно, это хорошо. Так, сейчас пиво не трогаем, сейчас чисто эль. Так, кружки. И чисто все разливаем эль. Кроме пива. Пиво не трогаем. Ага. Так, кукуруза. Моя хорошая Машечка. Здравствуй, Машенька. Здравствуй, хорошая. Да, моя солнышко. Здравствуй, здравствуй. Хорошая Муся. Да, хорошая. Хорошая моя Маша. Здравствуй. Так, сейчас надо там... Ага. Это хороший. Так, одного очка. Так, так, здесь вот рецепты. Ячмень, а, окей, квесты. Ага, квесты. Я уже видео сделала этого. Ага, статусы. Ага, опыт. Репутация. Угу. Пять ячменей не хватает, да. Так. Ну да, кукуруза не съедает этот ячмень. И все можно пустить на развитие. На пиво лучше. Так. Так. Приготовить. Тут. Тут пиво есть. Так, бочка пустая. Так, я хочу кое-что посмотреть пиво. Сейчас. А, так, значит, посмотреть кое-что хочу. А, где это? Это что у нас? А, это вот эта вот фигня. Так, пожалуйста, где это у нас находится? А, в данный момент я хочу вот это вот посмотреть. Не так уж много, кстати, сейчас в данный момент этого самого. Ага. Так, сколько там? Три. Ага, три часа. Окей, допустим-то. Три с половиной часа играем мы уже, ребята. Три с половиной? Ничего себе. Thank you.
что Володя варил для тебя, а? Вот это прикол я сейчас сделал! А, пиво уже варится, хорошо. Тут пиво тоже постоянно варится. Так, где у нас запас? Мне нужно L. L сейчас вот. Давай, мы сейчас L доливаем полностью и переходим на пиво чисто. Сколько Эли осталось? Еще много? 12, только пиво пока не наливаем. А так, пустомойка! Где наша посудомойка? Вот она. Бегает туда-сюда. Я налил воды. Да, здравствуй, Маш, Маш. Или там, полёсень, опа. Опа. Нахарил. Моя полёсень. Все, ребята, я... Пускай Эдгар играет там с Раулем, вот. Пускай играют, у меня тут... Я сейчас не дурака валяю, я сейчас... Холюси, моя лёпочка. Моя лапочка, моя хорошая. Где моя хорошая, моя лапочка? Да, хорошая. Это я не вам. Вы гондоны, штопанные. Пожалуйста, не обижайтесь, это самое. Я сейчас это самое. У меня кошка на руках. А кстати, а мы сегодня будем выполнять это самое еще квесты? Алло. Да, по идее должны. Так, семена, расходники, семена кукурузы. Вот и Эдгар как бегает туда-сюда, типа делает вид, типа что-то делает он. Так, кукуруза. Типа, Эдгар типа что-то делает. Я делаю. Да-да-да, он там ни хрена не делает, просто тупо бегает туда-сюда и все. Да я сейчас тебя ударю, гондон. Сейчас я так ударю. О, Эля чуть-чуть осталось. А чего я не делаю, что надо? Говоришь, я ничего не делаю. Да ты ни хрена не делаешь. Я делаю. Последняя бочка, Эля. Блюдушки осталось чуть-чуть добить. Ой, блин, ладно, погнали. А что там? А, кукуруза. А, кстати, надо подмести вот эту вот фигню. Обязательно. Убираем нечистое посуду. И поставим память.
Ё-моё. Так. И после интересно. А что мы можем купить еще? Так, Кэлли осталось. А мы ничего не можем купить, кстати. Тут ничего такого интересного нету. Варильня? Чего? Какой варильня? Пожалуй, у нас варильня есть уже, правильно? Нету. У нас... Бродильня. Варильня есть. А, есть. Компостная яма. За 400 есть. Компостная используется для создания компоста. Интересно. Ладно, я не буду покупать ничего, блин. Я пока что ничего не буду покупать, это. Еда, редко на тебе сколько тут кур! Так я одну курицу грохнул. Последний надо налить. И тогда смогу на пиво сыпать. А, все. Отлично. Подожди. У нас еще надо продать. Да. У нас теперь 39 пива будет. Осталось. Так. Чё? Яйцо? Нас напали. Нас напали, повторяю. О. Меня сейчас убьет, это плохо. Ага. Куча зомби напал. Молодцы. Да-да, молодцы. Хорошо бы. Отстаньте, голубые. Так. А-ха-ха! Серьезно? Мы с тобой остались живые, Рауль. Ага. Забираем с них добычу. Замечательно, под текстурку провалился. Хорошая игра. Ага. Так, что там? Это что у нас? Так, подожди. Пиво мы еще не продаем, пиво будем полностью. Мы от Эли откажемся. Все, я Эль выключил. Выключил? Да. У нас смотрю. Еще 4 Эли тут остались. Где? Вот, 1, 2, 3, 4. Вау! Ядрит колотить мне, как колбасит. Что, решили сами выпить? Серьезно? Настоящий бармен никогда не пьет. Но я не настоящий, ядрит колотить, я... Ой, колбасит меня. Вот это настоящий ходовец. Как меня настоящий шатает. Настоящий продавец всегда будет продавать яд другим, а не травить себя. А, ну-ну. Посудомойка, а воды надо налить. А почему Эль у нас актив стоит? Какое ты... Да я убрал Эль уже давно. Так, так, напитки. Кружки пива. Да, у нас только пиво теперь. Теперь пиво, все. Это есть цель. Мы на полностью на пиво переходим.
А, да, кукуруза и пиво, правильно? Да, кукуруза и пиво. Я тебе говорю, посудомойка, иди это самое за это самое. Я сейчас, сейчас, сейчас. Тебе будет всем все хватать. Так, собираем кукурузу. Идем тебе посмотри, сколько у нас денег. Ого! Ага. Так если бы мы не тратили это самое, мы бы его еще богаче. Да, да, да. Но расходы есть расходы. Никуда не денешься. Так, я предлагаю перерыв сделать. Давайте. Надеюсь, все сходится. Мы будем продолжать эту замечательную игру. Замечательную. Хрен его знает. Но удалять пока не буду, как ты как будешь по настроению, так и скажи. Не, ну мы можем. Да мы еще не все ведь тут это сам закончили-то. Плюс Эдгар обязательно должен быть. Так, пиво. Все, отлично. Так, два кукурузы. Тогда я выхожу. Давай, две кукурузы и пиво надо еще. А, пиво. Я тогда закрываю магазин. Тьфу, не магазин, а эту самую закрываем. Все, закрыли. Угу. Так. Ну все, тогда пока всем. Да, пока-пока, Рауль. Так, минус паштет. А я пока что подожду, пока они это самое так. Оп. Да ешь уже. Так. Загрузить. Вот. Отлично, все. Теперь мы можем. Во! Все, теперь можно сохраняться, сохраниться. Все, я сохранился. Ну все, теперь порядок у нас. Я могу тоже выходить уже. Так. Короче, я выложу все свое вот сюда. Так, все, вот так. Подожди, ты свои посуды поставил здесь. Подожди, я случайно курицу взял с тобой. Кого? Надю? Зачем Надю с собой брать? Все? Подожди, нет еще. Ты заебал меня, гондон. Кабанятина, кабанятина. Отлично. Вот. Шикарно. Ну то я сохраняюсь, все.